Здравствуйте, господа философы, диванные теоретики и стремящиеся. Поболтаем сегодня. Не знаю, о чем, правда. Ну, мы придумаем. Тут мне уже накидали на эту тему записок. Значит, Лава Корнилов, 100 рублей. Спросили Кея про тот видос, где какие вещи должны быть бесплатными. Вообще, поговорите про социализм, Жака Фреско, проект Венера, его политические взгляды. Удачи. Там еще была одна записка на ту же самую тему. Я ее тоже зачитаю до кучи. Алистер Кроули, 300 рублей. Сразу вброшу про топ-5 вещей, которые должны быть бесплатны. Гость, это был какой-то образ? Или ты действительно веришь в бесплатное образование, медицину, общественный транспорт? Если ответ будет... А Костя это кто? Не, это гость там было сказано. Окей. А если ответ будет положительным, просьба к Марго, поясни поподробнее, почему бесплатных вещей не бывает. Ну, кто начнет? Вообще, интересна ли эта тема? Ну, я считаю, что как минимум в наше время мы должны закрыть базовые потребности и больше вообще не отвлекаться на них, не тратить свое время, чтобы... Типа работать на еду и на то, чтобы оплатить хату. Ну, это тут абсолютно какие-то бесполезные движения, которые людей загоняют в какие-то схемы из серии. Блин, мне нужно сейчас срочно деньги, пофиг какая работа, вроде здесь платят, ну, как раз мне хватит, чтобы пожрать что-то и хату оплатить, ну и хорошо. И человеку приходится работать на... Ну, на таких работах, на которых он, в принципе, не хотел бы работать, но вот из-за того, что базовые потребности у нас еще не закрыты, приходится работать. Поэтому первое, что должно быть бесплатно, это жратва и место, где ты живешь. Вот. Это самое главное. Остальное уже это такое, знаешь, типа, открыто к дискуссии, но вот эти вещи очень, дико странно, что до сих пор за это платить надо. За счет чего это будет приобретаться все? Ну, за счет того, что, например, как вариант, мы можем отменить такие институты, как, например, там пенсионный фонд. Тоже абсолютно ненужная штука. И если мы отменим это, уволим всех сотрудников, которые работают на этот аппарат, да, и не нужно будет его спонсировать, то вот эти высвободившиеся деньги можно как раз вот использовать на там бесплатную условную еду и там и на жилье, например, как вариант. Потому что пенсии тоже не нужны, тоже дико такая атеистическая фигня. И вот за счет этого эти деньги могли бы высвободиться. Ну, это как бы... Плюс, опять же, знаешь, во-первых, мы этот институт пенсионный полностью уничтожаем, но мы можем оставлять какой-то вот социальный налог, который сейчас идет на пенсию, но его использовать как раз-таки, чтобы людям покупать там вот еду бесплатную, предоставлять им, и жилье. То есть каждый там будет какой-то процент, который он сейчас платит, то, что уходит в пенсию, платить вот в этот как бы новый налог, при помощи которого мы будем людям давать еду и жилье. Вот. Я не знаю, как в России работают пенсии, и вообще социальное страхование и так далее. Но в США это, например, не фонд, как бы, потому что деньги, которые ты отдаешь, ну, как налог за социальное страхование, они идут на спонсирование стариков, которые живут сейчас, которые уже сейчас пенсионеры. Они не откладываются, на самом деле, тебе на будущее. То есть это именно работает как налог, на который содержат стариков просто. И, ну, не то чтобы это был какой-то фонд, из которого можно взять и освободить деньги, как из свиньи копилки. Там особо ничего не копится. Мы должны еще понимать, что содержание тоже вот этого института тоже требует достаточно больших затрат. Аренда помещений, персонал. Там достаточно такой большой аппарат. Вот. И плюс сами пенсии, вот это содержание стариков. Ну, как бы типа благое дело, но на самом деле человек основной свой капитал, ну, копит во время своей жизни.
И как раз вот к старости вот он должен накопить такую сумму, чтобы вот потом на нее и жить. А вот эта пенсия, она настолько... Во-первых, не знаю, в Латвии пенсии дико мизерные. Это дико смешно, когда человек работает всю жизнь, и он там 100 евро получает пенсию. Ну, это очень смешно. То есть это даже как-то, знаешь, типа несправедливо. Во-вторых, если ты умер, не дожил до пенсии, эти деньги, которые ты все время кидал в пенсионный фонд, они останутся государству. Я знаю, что в некоторых странах отдают родственникам вроде их. Это уже неплохо, это уже неплохо. У нас просто, ты умер, все, до свидания, твои деньги типа никому не отдадут, они останутся у государства. Пенсии не нужны. Ну, пенсии это да, пенсии не нужны. А вот в плане бесплатной еды, на мой взгляд, все равно государственный аппарат должен быть создан для распределения, значит, вот этой еды по потребностям. Вот. И для распределения жилья, всякие очереди за квартирами и так далее. В принципе, в СНГ в какой-то мере это проходили. Не в том виде, в котором, конечно, это предлагал Жак Фреско, вот, но все равно... Я не говорю о, знаешь, о жратве в плане прям изобилия, и я не говорю о жилье в плане там прям квартира-квартира тебе предоставляется. Нет. Супер минимум еды, ну, такая, знаешь, паёк из серии «Ты не умрёшь». И крыша над головой, я бы даже больше это не называл там не квартира, ничего, а просто крыша над головой, вплоть до того, что тебе просто койку дают, и у тебя еще может быть, в комнате еще ну, другой народ тоже в этих койках живет. Как бы, если тебе окей, вот государство тебе это гарантирует, ты с голоду не умрёшь, на улице ты не окажешься, но условия так себе. Если хочешь большего, ну, дальше крутись, работай и делай что-то для этого. Но уже как минимум хотя бы ты будешь знать, что, ну, блин, под мостом не надо будет ночевать и не нужно будет забивать голову, блин, тем, что где бы мне сегодня еду достать? Ну, какие-то лишние проблемы абсолютно. Типа, что за фигня? 2019 год, развиваемся и так далее. Но все равно схема такая же, как... В принципе, все время у людей было. Что-то искать жратву, искать жилье. Как-то надо, ну, эволюционировать в этом плане. Хотя бы начать вот с этих базовых схем. Ну, им придется искать способ уплатить налоги, чтобы их не посадили за неуплату тогда. То есть, ну, бесплатное жилье, бесплатная жратва для всех, даже если она мизерная. Но это значительно дороже, чем выплачивать пенсионерам, там, ветеранам труда там, по $100 в месяц. Потому что все-таки пенсионеры, ну, у них какая продолжительность жизни у пенсионера уже. Вот он вышел на пенсию, сколько ему осталось? Совсем немного. Пенсии действительно маленькие по всему СНГ. Спасибо за подписку. Вот. То есть, это так или иначе, даже при том, что там есть аппарат, все равно для распределения благ тоже требуется аппарат, чтобы по одному в одни руки, как минимум, да, как ну, минимум за этим. Понятно, понятно, это уже техническая сторона. Тут-то мы все и приходим, давайте накидывайте идеи, как это все можно реализовать. Но вот сама идея о том, что, блин, надо до сих пор жратву покупать и за жилье платить, ну, как-то уже не 2019 год, поэтому надо с этим не спорить, а давайте подумаем. Как это можно реализовать? То есть, конечно, это спорная фигня, она дико хромая, сопливая, тут мы просто, знаешь, типа, если сидишь на толчке, тебе это просто в голову пришло, но вот поэтому и нужно сейчас накидывать идеи и подумать, как это можно реализовать. Всем ли это нужно, прям каждому, знаешь, гражданину, или не каждому гражданину, или по доходу смотрим. Если у человека, например, определенный доход, ему уже не дается бесплатная еда и там бесплатное какое-то койко-место. Если доход, например, ниже этого, то гарантированно, например, тебе дается бесплатная еда или койко-место. Или по возрасту смотреть, да, смотря сколько человеку лет. Или потому, там, есть ли у него дети или нет детей. Вот надо, мне кажется, вот это как-то... продумать и обсудить. Ну, а потом частному предпринимателю придется конкурировать с бесплатной едой, которая за деньги налогоплательщиков всем подряд раздается. То есть... Да, пускай конкурирует, конечно. Что у нас важнее, жизнь человека или частный предприниматель и его вот способность конкурировать? Если частный предприниматель, ну все, вопрос закрыт. Тогда не нужна бесплатная еда и не нужно бесплатное жилье. Если все-таки жизнь людей нам важна, наверное, тогда вот все-таки бесплатная еда нам важнее, чем конкурентоспособность частного предпринимателя. Ну, вообще,
по поводу жизни человека, это жизнь конкретного человека или это какой-то условный человек, который... Условный человек, условный гражданин, да. Который, как это иногда говорят, не вписался, значит, в рыночную систему и остался без дома. Таких по большей части нет. Люди, которые бездомные, они по большей части либо сумасшедшие, либо наркоманы, либо им нравится быть бездомными. Не-не, Марго, это не, даже не про вот людей, которые уже бездомные. Я знаю, у меня есть, блин, знакомые кореша, которые... У них есть квартиры, они живут в них, но они работают реально только на жратву и на то, чтобы хату оплатить. Все, в принципе, денег, ну, больше ни на что и не хватает. Да. Ты просто каждый месяц живешь, чтобы пожрать и чтобы оплатить хату. Для чего? Чтобы выжить. А для чего выжить? Чтобы опять работать, чтобы оплатить хату и оплатить жратву. Такая, знаешь, типа, зачем я живу тогда? Ну, вот, просто проблема в том, что если такому человеку проплатить хату за него и снабдить жратвой, он просто ничего делать не будет. А нету доказательств. Это как бы по чуйке, по какой-то логике, да, можно согласиться, как будто бы не будет делать. Но мы не знаем, не проверяли, вот надо проверить. Если так будет, ну ладно, вернемся назад, но попробовать-то можно. То есть платная еда и платная хата уже было, вот, это сейчас уже происходит, это мы проверили. Вот люди живут, плюс-минус, кто-то живет только ради жратвы и ради того, чтобы оплатить хату. Из-за этого он чуть несчастен, да, и это мы поняли. Ну, так давайте теперь попробуем бесплатно еду давать и бесплатно хаты, ну, не хаты, там кое-какое место обеспечивать. Посмотрим, улучшит ли это ситуацию. То есть люди все-таки тогда, может, будут находить работу, в которой они лучше разбираются или в которой больше душа лежит. Потому что сейчас они по большей части работают, лишь бы бабки платили. В принципе, похер где. Поэтому он ходит на эту нелюбимую работу, она его совершенно не устраивает, но зато платят. В итоге у него все развлечение, там, на выходных что-то принять, расслабиться, и в понедельник опять на работу. И потом он думает, для чего все это, типа, непонятно. Вот. То есть я всегда за то, чтобы, ну, попробовать что-то новое. То есть старое мы уже поняли, как работает. Ну, давайте попробуем что-то новое. Почему мы должны бояться этого? Попытка не пытка. Ну, афроамериканцам в США, да, в общем-то, и индейцам тоже, выдали изрядное количество бесплатных вещей. То есть можно, в принципе, начинать загибать пальцы. Специальное жилье было там в Чикаго и в Нью-Йорке отстроено. Вот эти вот многоквартирные дома в советском стиле, такие футуристические. Специально именно вот в черных кварталах. А, значит, потом при Линдоне Джонсоне, если я не ошибаюсь, были введены вот эти вот талоны на пропитание, food stamps, значит, всяческие льготы для матерей-одиночек и так далее. Спасибо за 500 рублей. Но, и казалось бы, со всеми этими поблажками, по идее, должна была сформироваться творческая такая интеллигенция мощная, потому что им же не нужно, по сути дела, искать пропитание постоянно, значит, где-то работать, вот. Но, тем не менее, что-то как-то не срослось в итоге. То есть, не срослось в каком плане? Ну, в том плане, что черные районы, они, ну, скажем, неблагополучны в США. Угу. То есть я склонен считать, что это не из-за каких-то расовых моментов, мы не одобряем расизм на моем канале, а это прежде всего из-за социальных реформ. Потому что если какой-нибудь группе выдавать все по бесплатке, то получается, ну, эта группа становится инертной. То же самое с индейцами в США произошло. Их от налогов освободили, разрешили полностью. Разрешили казино открывать повсюду, где угодно. Ну и им еще можно галлюциногены принимать. То есть, если у человека есть справка, что он индеец, он может покупать этот, пьет мескалин. Вот, и так далее. У него огромное количество поблажек. Но что-то я в нескольких университетах учился и работал в одном колледже, ни одного индейца не видел. Ни в высшем образовании, нигде. Ни в политике.
Ничего. А, окей, хорошо, я тебя услышал, да. Но, а почему это ценно? Ну, окей, не видел, не видел. Остались они инертные, и хорошо, пускай остались. Типа то, что человек инертный в каких-то тоже, знаешь, это тоже в наших категориях. Инертный, это значит, там, знаешь, ты не видел его в политике, ты не видел его в университете. Но, может, он все равно какие-то свои схемы делает. И для себя он, типа, не инертный. Вот это тоже есть такая фигня, что вот мы думаем, что если мы там людям что-то послабим, они все расслабятся и ничего не будут делать. Пускай. Пускай не делают, потому что на нашей планете, вот при там капитализме, да, и так большинство людей ни хрена не делают. Ну так, если по факту смотреть. То, что он там ходит в офис и что-то бумажки перекладывает из одной папки в другую, на самом деле он ни хрена не делает. Он получает за это зарплату, но, блин, это ни о чем все. Пускай они ничего не делают, все равно там условный прогресс, да, там двигает ну, энный процент людей. И этот процент, он не, ну, это не большинство, это меньшинство. Но хотя бы вот то большинство, которое инертное, пускай оно получит бесплатно жратву, бесплатно хаты, и, возможно, тогда чувакам хотя бы не нужно будет думать о том, что, блин, что-то деньги поджимают, да, нужно думать, вот как мне выжить, как мне выжить. Официальная работа, да, это неплохо, но это мне хватает только на еду и жилье, тогда, может быть, мне что-то нелегальное делать, и типа из-за этого многим чувакам приходится то наркотой торговать, то что-то еще нелегальное делать, то при там воровать и так далее, и так далее. Вот, может быть, мы хотя бы это уменьшим такой реформой, понимаешь? Какие-то вот преступления. Я думаю, что если снабжать людей, которые, ну, как ты сказал, не двигают прогресс, так сформулируем хорошо, если снабжать таких людей едой за счет, ну, за казенный счет, ну, их будет становиться только больше. Потому что человек, который нищий, который пытается постоянно найти себе на пропитание, один, ну, у него не будет детей. Вот. А если их снабжать едой, так чтобы и жильем, так чтобы она у них была для галочки, и будет становиться больше, и они будут голосовать за то, чтобы их продолжали снабжать едой, сколь много бы их ни было. И все, в конечном счете никаких роботов, и футуристических фабрик, никакого Soylent Green не хватит для того, чтобы всех снабжать едой, пропитанием и так далее. Потому что, ну, их просто будет слишком много. То есть их и так больше, чем всех остальных. А я думаю, это было бы проблематично для свободного общества. Для авторитарного общества в принципе, если, ну, по крайней мере, эта проблема, она более-менее нивелируется. Потому что в авторитарном обществе можно проворачивать самые разные штуки с населением, вот, про которые мы не будем сегодня. Вот, то есть берем в пример свободное общество с выборами демократическими. А кто работать будет, спрашивают в чате. Ну, я так понимаю, роботы. То есть если у нас работать есть... будет тот, кому вот этой еды мало, и вот это койко-место для него — это не его амбиции. Кто хочет выбраться из этого дерьма. То есть сейчас люди хотят просто из нищеты выбраться. Uh-huh. А тогда люди захотят выбраться вот из-за этой полунищеты. Что, ну, как бы, да, у тебя жратва есть, у тебя койка есть, но ты все равно как бы в этом новом обществе ты все равно считаешься бомжом. Только не такой бомж, как у нас сейчас. Он спит под мостом и жрет из мусорника. А ты будешь жрать там какой-то вот этот свой паек минимальный, и вот на этом койко-месте спать. Все равно будешь бомжом. Если хочешь из этого выбраться, вот, иди работай. Мути схемы. Ну хотя бы, блин, говорю, вот хотя бы и так до хрена проблем у человека, ну хотя бы вот это базовое, вот это дерьмо минимизировать. Хотя бы вот это. Но в какой-то мере... Знаешь, в какой-то мере... Я же не говорю, что давайте всем раздадим там по Мерседесу и все такое. Это фигня. Нет, это уже кому надо... Вот, пожалуйста, вперед, за амбициями, делайте дела, предпринимательство, да, пожалуйста, вперед. Но я говорю вот именно про тех людей, не у всех просто есть амбиции, это тоже надо понимать. Мы все думаем, что вот каждый человек хочет вот прям чего-то большого. Это вообще далеко не так. Знаю пацанов, которые работают в Макдональдсе, у него спрашиваешь, ну что ты думаешь дальше делать? Он на меня, знаешь, так смотрит удивленно, в смысле дальше?
Я такой, ну там, знаешь, типа намекаю, ну там уйти из Макдональдса, наверное, что-то там дальше. Да нет, мне как бы окей, на хату опять же хватает. На жрату хватает, игры себе покупаю, все, мне больше нахер нифига не надо, ну, не надо, там, жену мне не надо, амбиций у меня нету, потребляться не болею, ну, как бы и все. Ну, окей, вот, но если человек что-то хочет, пожалуйста, иди вперед. Просто иногда, вот знаешь, мы должны понимать еще такую вещь, как бы, да, можно говорить, что человек сам кует свою судьбу, он все равно, если чего-то хочет, ему не нужна бесплатная еда, бесплатное жилье, он сам все сделает. Не согласен. Точнее, отчасти согласен. Иногда все-таки бывают такие ситуации, когда, блин, вот сейчас бы мне просто было бы какое-то время, где пожить, и я бы уладил все свои дела. Вот, ну вот сейчас вот из-за того, что мне даже негде жить, я просто, ну, в тупике. На работу не берут, нету жилья, да, там нет прописки или еще чего-то, да. Жрать нечего, сил нету чего-то делать, опять же. Мозг хреново работает, мышцы не работают, просто сил нету. Ну, хотя бы дать мне этот минимум, этот пинок, и я бы пошел вверх. И опять то, что я говорил, это спорная фигня, которую мы можем обсуждать, что если этот человек выбирается из своего дерьма, то, допустим, мы отменяем, там, знаешь, с порога какого-то там инкама, да, ну, блядь, как это сказать? Дохода. Дохода, да, с какого-то дохода, типа, все, от тебя уже бесплатная жатва не приходит, и не приходит бесплатное там жилье. Но мы можем на это возразить. Ну тогда человек же, зачем ему тогда выходить из этого? А, это амбиции, то есть это если человек сам хочет, он выйдет из этого. Б, возможно, еще какое-то поощрение разовое. То есть если человек, все равно мы видим, что он идет вперед, он пытается выйти из этого дерьма. Возможно, когда мы видим, что он вышел из этого, то есть какой-то доход он уже превысил, мы даем ему какое-то, не знаю, материальное это что-то или нематериальное, это тоже мы можем обсуждать. Государство тоже какой-то разовый дает ему такой, знаешь, трофей, типа, ачивку. Типа, молодец, и тоже к этому можно стремиться. То есть вылезти из этих дотаций для того, чтобы получить вот этот вот разовый какой-то весомый приз и идти дальше развиваться. Понимаешь? То есть это многофакторное дерьмо. Это не надо воспринимать как только вот мы только дали бесплатную еду, бесплатное жилье и больше никаких реформ не сделали. Это неправильно. Мы должны думать, какие должны быть комплексные меры, чтобы, во-первых, стимулировать людей выходить из этого дерьма. И, возможно, я говорю, это либо разовые какие-то штуки, либо, ну, надо думать, надо думать. Это точно не вот одно действие мы должны сделать, это комплексные меры должны быть. Но, говорю, как минимум мы должны спасти чуваков. Вот многие попадают в такую ситуацию, когда, блин, ну вот сейчас просто было бы где пожить, что пожрать бы. И у меня есть схемы, но это меня сейчас вот отсутствие жилья, отсутствие еды дико сейчас мешает. И я все время только вот на это у меня уходишь, чтобы найти, где, блин, пожрать и где посрать. Вот в этом проблема, понимаешь? Нет, такие люди есть. Просто я не считаю их кейс показательным для общества. Но к тому, что тут еще такой момент, что, ну вот, есть бомжи, их, конечно, можно было бы заселить в совсем недорогие бараки и снабдить там роллтоном на долгие-долгие месяцы. Но бомж, пока он живет на улице и ест с помойки, он представляет из себя такого биоробота, который справляется с отходами производства, потому что всякие рестораны, супермаркеты, они выбрасывают очень много еды, которая, в принципе, ну, она формально некондиционная, но если человек живет на улице, то он, в общем-то, будет весьма и весьма доволен такой продукцией. То есть, единственное, что я думаю, что надо запретить ресторанам отгонять бомжей от помоек. Вот. И можно ввести закон, чтобы они вывешивали специальный знак, когда они выкидывают, значит, ну, грубо говоря, еду, которая только-только стала некондиционной. И это решит довольно большое количество проблем, потому что выбрасывается очень много еды, так или иначе. Вот, она гниет, уходит в землю. А, значит, за счет этого можно было бы действительно содержать всех бомжей страны. То есть я считаю, что это в большей степени такой вин-вин, потому что и отходы оказываются выброшены, но и при этом и бомжи сыты.
Вот. И налоги не растут. То Но мы есть. все-таки говорим про разные категории людей. Вот ты почему-то про бомжей говоришь, то есть уже про тех, у кого нету ни хаты, ни еды. Я все-таки имею в виду чуваков, у которых есть хата, у которых есть еда. Ну, но все свое понятно. время они тратят на то, чтобы заработать деньги, Но чтобы, если мы короче, условно говорим. их не выселили с этой хаты. Вот про что я говорю. Ну да, но если мы говорим про политику бесплатного жилья, то прежде всего эта политика сказывается на бомжах, а не на людях, у которых уже есть жилье. Потому что люди, у которых уже есть жилье, ну они что, ну они либо меньше за него платить будут, либо платить не будут, в зависимости от стоимости, собственно, места, где они уже живут. То, что, может быть, они живут в какой-нибудь квартире, которая просто дороже, и нельзя просто взять, нивелировать стоимость этой квартиры, потому что она ближе к центру. Вот. А вот на бомжах это скажется, потому что бомж заселится в барак, будет питаться роллтоном в итоге. То есть, да, то есть тут дело не в том, на кого нацелена политика изначально, а на кого она в действительности повлияет. То есть мы, конечно, может быть, и думаем об там, Эдгаре По, которому, значит, приходится вместо того, чтобы писать стихи, писать рассказы в жанре ужаса, чтобы немного там заработать, чтобы платить ренту и так далее. Вот. Но проблема в том, что таких людей, в общем-то, единицы, и по большей части этой реформой будут пользоваться люди, которым просто работать не хочется. Ну, а бомжи, что бомжи? Огромному количеству бомжей нормально жить на улице. Считаю, и хорошо, пускай они работают, типа, если не хочется. То есть тогда получается у нас работа — это, ну, как бы насильная фигня получается, что они работают не потому, что хотят, а потому что, ну, типа, надо. Ну, фиг знает. 2019 год — работать потому, что надо. Ну, почему с этим как бы никто не спорит, там люди не выходят на забастовки, типа, какого хрена, ну, типа, что за рабство такое узаконенное, просто в другой форме? Не знаю, не знаю. Но я понял тебя, я понял тебя. Ну, это может быть на индивидуальном уровне. Конечно, людям не нравится работать, потому что им нужны деньги на еду и на крышу над головой. Но на социальном уровне это все равно лучше, чем заставлять людей платить налоги для того, чтобы содержать просто миллионы и миллионы граждан, которые не хотят просто работать. То есть, ну, это люди, которые будут работать, будут содержать людей, которые не работают таким образом. Нет Налоги проблем вообще. Окей, ну да, окей. платят люди, у которых деньги есть у людей, которые работают. Значит, те, у кого денег нет, они эти налоги даже платить не смогут, в принципе, сами. И у них эта вот доля, она будет от ничего, то есть это будет процент от нуля. И хорошо, я считаю. Окей. Ну, не знаю, не знаю. Ну да, тут все на уровне типа чуйки. Ты считаешь, что это плохо, я считаю, что это хорошо. Ну, Ну да, окей. из такой страны съедут все люди, которые, ну, что-то из себя представляют. То есть никто не будет платить за миллионы бездельников. Собственно, это обычно и происходит, как вот когда Франсуа Олланд стал президентом Франции, ну, Францию покинул крупный бизнес. То есть там компании перебрались просто в Ирландию, какой-нибудь там Сингапур и так далее. И, собственно, все. Такие реформы, они проблематичны. То есть остаются только националистически настроенные бизнесмены, которые принципиально свой бизнес не хотят никуда перевозить. Вот. А остальные все убегут, ну, потому что задача-то побольше, ну, задача иметь эффективный бизнес. Задача бизнесмена, в общем-то, заботиться о своем бизнесе, иначе он не бизнесмен. Поэтому, если его государство начинает откровенно обдирать, и еще он там уже с этого ничего сам не получает, то он уедет просто. Знаешь, я вот еще сейчас подумал, вот эта схема, откуда мы возьмем деньги, она такая слишком прямая. А что если вот еще, знаешь, можно такое?
Например, государство будет так или иначе поддерживать, допустим, ну, тех фермеров, которые какую-то часть своего урожая отдают как раз-таки на вот эту вот бесплатную еду, и этим фермерам либо налоги меньше делают, вот, знаешь, какие-то им, ну, плюшки, короче, за это дают. А тем, кто строит дома, квартиры, вот тоже возможно, знаешь, если вы построите, как бы занимаетесь своим бизнесом, все окей, но если вы построите, допустим, нам какой-то многоэтажный дом, где мы можем сделать много комнат с многими койко-местами, вам тоже, возможно, там, знаешь, мы налоги понизим. Вот, может быть, так, знаешь, как-то сделать, чтобы мотивировать людей не прямо деньгами это спонсировать, а уже рабочий бизнес сделать тем компаниям, которые, как бы, да, мы в деле, послабляем им налоговое бремя, но при этом они дают, как бы, ну, натурой, то есть прямо едой и прямо вот этими домами. Вот, может быть, такое, видишь, вот. Поэтому я говорю, вот обсуждение очень важно. Не просто сказать, да, это будет работать, или нет, это не будет работать, а как бы сделать так, чтобы это работало? Вот сейчас, вот пока ты говорил, вот мне пришла эта идея. Может, так лучше сделать? Ну, это государственный заказ называется. В США это делается. Собственно, я больше скажу, в США это делается даже для того, чтобы помогать голодающим детям Африки. Просто проблема в том, что когда вот эта кукуруза, значит, американская, она высаживается в какой-нибудь африканской стране, африканскому фермеру приходится конкурировать с бесплатной кукурузой. И в итоге африканский фермер не может просто завести ферму, если речь не идет о Южноафриканской республике. Не-не-не, я же говорю о фермерах, которые уже в нашей стране есть, они уже мутят свой бизнес, да, сельскохозяйственный. Я прекрасно это... понимаю, но представь себе. Да-да, и он отдает именно просто часть своего урожая прямо натурой, прямо самим этим урожаем. Ясно. Государству. Вот забирайте урожай. Понятно, но он не единственный фермер, правильно? То есть кто-то так. Из фермеров выполнил госзаказ, государство получило, значит, за счет этого получило какую-нибудь кукурузу и начинает ее раздавать. Но проблема в том, что остальным фермерам, дистрибьюторам и ритейлерам еды, так или иначе, надо теперь конкурировать с бесплатной продукцией. С бесплатной продукцией, особенно если она аналогична твоей, в принципе, конкурировать невозможно, потому что она бесплатная. Ну и мы возвращаемся к вопросу, да, что важнее, то, что там какие-то фермеры теперь себе джакузи не смогут купить, и там, ты понял, о чем нет, я, они, да? Они, либо они, люди выживут, короче. Они не джакузи не смогут купить, они ферму содержать не смогут просто, потому что они отбиваться... Ну, настолько плачевно, понимаешь? Ну, просто проблема в том, что... Останутся все равно другие люди, у которых есть бабки, которые будут покупать, нахрен нам твоя кукуруза, давай нам что-то повкуснее. То есть он будет на них больше зарабатывать, ну а как бы на эту кукурузу, типа, ладно. Ну и он переключится с кукурузы на что-то другое, а госзаказ как тогда осуществляется? Не-не-не-не, переключится с кукурузы на что-то другое тот, кто конкурирует с тем чуваком, который госзаказ выполняет. А тот, кто госзаказ выполняет, ему это выгодно, потому что он часть своей кукурузы отдает, ему налоги со всего бизнеса типа снижают, а он зарабатывает уже не при помощи кукурузы, а при помощи того, что он еще выращивает. Вот я как бы больше про это говорю. Он зарабатывает не при помощи кукурузы, и после нескольких госзаказов кукуруза становится нерентабельной, уже даже с учетом налоговых послаблений. И он переходит... И поэтому он... Не-не-не, и поэтому он производит только тот минимум кукурузы, который и так государство у него заберет, но при этом он переключается на что-то другое, из чего он и будет делать вот этот послабленный в налогах бизнес. Он будет еще какие-то культуры выращивать, при этом оставит там какую-то маленькую часть кукурузы, которую он и будет только государству отдавать. Он вообще еще продавать ее вообще уже не будет. Но зато остальное его бизнес будет уже с меньшими налогами. Вин-вин. Ну, госзаказ, он должен будет, госзаказы будут увеличиваться, потому что будет возрастать спрос бедноты на бесплатную кукурузу. Это во-первых. Во-вторых, в какой-то момент этот фермер все-таки переключится полностью на другие культуры, потому что налоговые послабления, они уже не будут стоить того, чтобы выращивать нерентабельную культуру. Он переключится на марихуану полностью, потому что там спрос, ну, он просто заоблачный всегда, и она растет просто. Ну, и так, и что? И все.
И он больше не будет государству эту кукурузу бесплатно отдавать, ему опять повысят налоги, и он такой, бля, когда меньше налоги было, было как-то лучше. Ну, не вижу, как бы, что его останавливает, торговать марихуаной с пониженным налогом, ну и при этом еще кукурузу выращивать, которую он будет отдавать государству как раз-таки взамен на этот пониженный налог для остального его бизнеса, который связан с марихуаной, допустим. И таких, как он, будет, ну, несколько, знаешь, типа, если, ну, нам надо больше кукурузы, ну, не один же фермер есть, еще кто-то будет. Ну, в какой-то момент просто выгода от налоговых послаблений, она будет пересилена выгодом от более рентабельного производства, потому что в ситуации так, с таким налоговым послаблением этот бизнес существует, по сути дела, исключительно за счет подпорки со стороны государства. Поэтому я говорю, мы должны с этого начать. С этого мы начнем. Какое-то время это будет офигенно работать. Когда вот начнется то, о чем ты говоришь, ну тогда и будем думать что-то новенькое. Ну с чего-то-то надо начать. То есть не надо сразу, знаешь, говорить «нет», потому что это когда-то изживет себя. Ну да, когда-то это, конечно, изживет себя, как и любая идея вообще, абсолютно любая идея, которую человечество придумывало, она рано или поздно себя изживает. Но какое-то время она все равно работает. И грамотность заключается в том, чтобы в тот момент, когда она уже перестает работать, не как-то не искусственно ее пытаться поддерживать, вот эти старые скрижали, давайте, чтобы хотя бы это осталось, мы же так к этому привыкли, а так, окей, это больше не работает, давайте новое что-то думать. Поэтому я говорю, вот можно начать с этого. Когда это перестанет работать, тут-то мы и приходим, придумаем что-то новенькое. Это уже есть, и оно уже не работает. То есть США уже... Ладно, не хочешь ты никого кормить, не хочешь, чтобы все жили хоть где-то. Ну нет, так нет. Значит, что я могу на это сказать? Ну ладно, нет, так нет. Ну не будем. Следующий вопрос. Я хочу, чтобы все жили хоть где-то и могли сами себя прокормить, чтобы люди жили натуральным хозяйством. Но ко мне вообще люди не прислушиваются в этом. Вот крестьянин в средние века, он был значительно свободнее, чем человек при капитализме. То есть он отдавал... Он отдавал, да, свои 40% или 70%, сколько, 75%, короче, всего, что там это вырастил. Вот, и все остальное время, что, куда ему, и куда-то пиздошить, чтобы в 9 утра успеть в офис, ему не надо, он, в общем, все у себя на своей территории, ну, в поле выйти, да. И сколько, да, сколько раз в году можно засеять и собрать урожай, задумайтесь. Да как бы один раз засеял, один раз собрал. Чуваки, я когда мелкий был, у моих предков был огород, батя мне доверил теплицу, угу. Я сажал редиску, выращивал ее и жрал ее. Угу. Все, я был свободен. Пожрал редиску, искупался в озере, кайф. Да, а сейчас что, бабки, где бы найти бабки, чтобы там пожрать, где бы найти бабки, чтобы прожить. Редиска, вот это ответ. Ну, редиска, редька, кстати, питательно, репа. Репа. Не моя тема, но ладно, со слезой можно проглотить, согласен. На самом деле, если постепенно переключаться на естественное такое питание, то там уже потом и одуванчики всякие, ромашка. Ромашка не только в чай идет, и в салат можно хуярить, в принципе. Вот. Марго, ты себя с кем из овощей ассоциируешь? Я помидор. Сложно. Ну вот понимаешь, в чем проблема? Ты сказал, что ты помидор, и теперь я не могу пошутить, мол, а я томат, вот как в рекламе сока, да? Вот. Не можешь, да, я сразу тебе заблокировал возможность. Да, да. Карточная игра, фэнтези такая, короче. Помидор блокирует томат, короче. Ладно, давай, знаешь, с кем ты у меня ассоциируешься из овощей? Так. Вот весь твой образ, как бы, и внешний, и то, что ты, ну, и идеи какие ты рассказываешь. Сейчас я скажу, кто ты. Кто ты, же? Наверное, горох. Горох. Но именно не горошина отдельная, а горох, знаешь, весь стручок. Вот, да, весь стручок. Открываешь и никогда не знаешь, что там будет. Может, будет гусеница, может, будет все горошки хорошие, может, один будет сморщенный. Никогда не знаешь. Поэтому я смотрю твои стримы. Ну, вообще, это интересно. Горох рассказывает истории? Горох рассказывает истории? What? Ну, ты сформулировал, что ассоциируешься с овощем, потому что ты рассказываешь истории.
Какой же овощ рассказывает истории, блядь? Не-не, погоди, про какие истории? Мы про истории вообще не говорили. Не-не-не. Почему ты начал сейчас говорить про истории? Ты это так сформулировал. Ладно, не суть важно. Ладно, окей. Пусть будет горох, неважно. Я горох. Морковь-горох. Третьего дня покупал фейковое молоко из гороха сделанное, короче. Фу. То есть не из сои, а из гороха. Оно зеленое? Оно было шоколадное, то есть оно было, значит, это, видимо, там они сушеный горох перемалывают или еще что-то в этом роде. Ну так, оно не сильно отличается от соевого, в принципе, по вкусу. Горох, да. Так, ну мне подсказывают, что скорее халапенье, ну ладно. Так, Лёль, 100 рублей. Ликей, что делать с людьми, которые зарабатывают 15 тысяч и питаются с огорода? Они должны платить налог на еду для других. Разве это справедливо? Так в мире нет справедливости. Ну, ее нету. Справедливо, несправедливо, это уже не так важно. Главное, эффективность. Вот эффективно, неэффективно. Справедливости нету. Справедливость в кино есть, в книгах там может быть, но в реальном мире нет. Ты должен все взять сам. Тебе никто ничего не даст. Но хорошо бы было, если бы что-то дали. Про это я и говорю. Приходится отвлекаться вот на вот эту вот фигню. Нужно все взять самому. И в итоге куча энергии, куча каких-то мыслей тебе нужно переключать вот на это дерьмо. Это расстраивает. Я думаю, что надо, как Епифанцев, ходить по лесу мухоморы собирать. Я вчера в Инстаграм зашел, нажал на сторис, а там Епифанцев ходит с этой своей женщиной, пухлой, короче, собирают мухоморы в Беларуси и натыкаются на каких-то хипстеров, которые на волынке играют. То есть я не знаю, это дико сюрреалистичная херня, но поскольку это сторис в Инстаграме, то это вряд ли как какая-то постанова. Но там какой-то в лесу под Минском какой-то странный фестиваль волынок проходил, где, значит, с неравными интервалами понатыканы волынщики, и вокруг них маленькие скопления людей, и они ебошат на волынках. И среди этой хуйни Епифанцев со своей женщиной ищет мухоморы, блядь. То есть это очень странно. Я не буду говорить вам, дорогие зрители, что Епифанцев делает с мухоморами, потому что мы против наркотиков на Твиче. Так, да. Так, Лёха Штырь, 100 рублей. Как гость из Спайдермена относится к идеям гедонизма и антинатализма? Он же Child Free. Ну, гедонизм — это не идея, это такая поведенческая тенденция у отдельно взятых людей. И эстетическое такое направление в 19 веке в какой-то мере, но это не философия. Значит, то есть я бы не назвал это идеей. Я вообще считаю, что гедонизма не существует. Ну, это вот выдуманная концепция. То есть, по факту, именно на практике, вот, ну, на живой, как бы, да, на реальной жизни гедонизма нету. То, что вот многие люди думают, что мы стремимся к удовольствиям, это неверно. Мы стремимся больше к избежанию страданий, чем к удовольствиям. А удовольствие — это уже как бонус иногда. Иногда это как бонус, ну, типа, да, приятно, окей, но это никогда не может быть целью ни одного человека. Даже если он думает, что это у него цель, на самом деле он просто избегает страдания. И про что бы мы ни говорили там, начиная с чего-то, знаешь, типа, ну, совсем приземленного, типа еды, секса, там, да, там, сна, это все избежание страдания только, и все. Кончая чем-то там условно высоким, даже если человек там, ну, не знаю, роман пишет или там размышляет о совокупности бытия, это все равно все избежание страдания. И всегда можно указать, какое именно страдание он сейчас пытается избегать. Иногда, когда он избегает этого страдания, у него получается еще и удовольствие от этого получить. Ну, приятно, да, окей, но это никогда не цель. Поэтому, ну, по мне вообще гедонизм — это что-то такое выдуманное, знаешь, типа какая-то теоретическая фигня, полу на бумаге, полу в умах находится, да, где-то летает просто как идея, но в реальной жизни гедонизма нету. В реальной жизни. Ну, это имеет смысл.
Ну, кто-то может сказать, что гедонизма скорее нету не потому, что люди скорее стараются избегать страданий и так далее. Может быть, люди не стараются избегать страданий, а может быть, счастье это и есть избежание страданий. Люди, да и вообще все остальное, оно стремится к завоеваниям в основном, к экспансии, к расширению, к Да, и когда ты преобладанию. не можешь этого сделать, вот ты и страдаешь. Поэтому, Да. чтобы избежать этого страдания отсутствия доминации, отсутствия, то, что ты сказал, экспансии, вот приходится делать какие-то вещи. И тебе кажется, что ты делаешь это ради вот этого удовольствия, когда ты наконец-то начнешь там доминировать в какой-то сфере и так далее. Но на самом деле, если ты вспомнишь себя, с чего ты начинал, ты именно хотел избежать страдания того, что, сука, блядь, у меня этого нету, мне этого не хватает, а, меня колотят от этого. Поэтому, да, то есть гедонизм, вот это удовольствие, это никогда не цель. Это то, что может прийти рандомно, и ты такой, о, ну прикольно, окей, но, блин, как цель, вряд ли, братан, вряд ли. Так, ну а про антинатализм, ну я поясню для зрителей, антинатализм это учение о том, что рожать детей аморально, потому что жизнь она состоит из страданий, поэтому когда ты создаешь нового человека, ты подвергаешь его страданиям автоматически. Ну, проблема в том, что жизнь, она состоит не только из страданий, но еще из всяких радостей, то есть Я с тебе тем же позвоню. успехом можно сказать, что не рожать детей аморально, потому что когда ты не рожаешь ребенка, ты не даешь ему возможность испытывать счастье, там всякие радости и так далее. Основным сторонником антинатализма является философ Дэвид Бенатар, если я не ошибаюсь, по-моему, Дэвид, но фамилия Бенатар. Спекулятивный реалист. Так, идем дальше. Ликлей момент. 300 рублей. Ликей. Да, Ликей. Бесплатной койкой и тарелкой Хрючева ты только что изобрел благотворительность. Поздравляю. Уже сейчас во всех уголках мира, кроме горячих точек, есть такие механизмы. Да нету, брат, нет, И нет. Ну человек... да, зачитай, зачитай, да. И человек, живя в койке с тарелкой такого Хрючева, по-твоему, не будет стремиться жить в квартире и есть не только ради жизни, повышая потребности? И что тогда вообще изменится? Ну все, ничего, как бы закрываем вопрос, ну все, ты победил. Ну то есть я не вижу никогда прикола в том, чтобы сразу застопорить какое-то вот новое видение. Ну нету, ну абсолютно нету прикола, знаешь, типа, ну ладно, не будем это обсуждать, будем обсуждать то, что уже проверено, то, что уже 20 раз обсосано, ну давайте, но это скучно. Ну, Я как раз-таки больше за то, чтобы не спорить с человеком, а наоборот помочь ему, знаешь, типа, слушай, братан, вот тут у тебя слабое место, и я вот подумал, вот его можно вот так улучшить. Вот это интересно, а когда тебе просто говорят, ну это не будет работать, ну ладно, не будет, не будет, давайте дальше там, не знаю, обсуждать там гедонизм, ну который уже обсосали 20 тысяч раз, не вижу прикола. кто-то может сказать, что в начале 20 века там был ряд мыслей, которые вовремя не застопорили. Хорошо, ты Так, пропал. А, вот появился. у нас проблемы со связью, это с моей стороны. Сейчас все восстановится. Да, восстановилось. В начале 20 века был ряд идей, которые своевременно не застопорили. То есть вот... да. Вопреки всяким международным договорам, ну да ладно. Поэтому, в принципе, людей можно понять, когда они пытаются застопорить всякие идеи о социальном прогрессе и так далее. Марго, ты правильно сказал. Понять можно. Так я и понимаю. Я же не говорю, что я не понимаю. Я понимаю. Но я призываю к тому, чтобы мы, ну, типа, застопорить мы уже проходили. Ну, все, это уже легко. Давайте попробуем наоборот, развить идею. Мы же все равно тут не какие-то власть имущие. Тут наши базары, пердеж воздух на стриме. Ну, ничего все равно не поменяет в этом мире. Мы Ну тут да. собрались, чтобы как раз бы дискутировать. Ну, а не для того, чтобы... Давайте закроем беседу. Ну, давайте. Но мы же не для этого собрались. Давайте, наоборот, подумаем, как это можно было бы реализовать. Давайте попердим воздух все вместе. Ну, скорее давайте подумаем, как что-то можно было бы реализовать.
А если идея в результате поменяется на что-то, что не требует, значит, трудящимся оплачивать жизнь не трудящимся, вот, то, ну, скажем так, мы не заплачем. Так, Алистер Кроули, 300 рублей. А правильно ли я понимаю, что у Ликея есть пресуппозиция о том, что среди людей очень много амбициозных, которые будут пытаться выбраться из социального жилья, с социальной жратвой и социальным транспортом? Если так, то спешу разочаровать. Я уже говорил про свою идею. Нам не важны эти амбициозные люди. Амбициозные люди, поэтому они амбициозные. Но я не считаю это неценным, что если человек не амбициозен, то типа, ну и нахер он нужен, знаешь, типа мы его тогда не ценим. Не только в амбициозности, типа там ценность человека в кавычках, да. Может быть, он ценен в другом, может, он хороший отец, да. Может быть, нам это не нравится, типа, а что тут такого, что он хороший отец? Да вот ничего такого, для своего сына он, например, офигенный пример. То есть не надо только считать там, ну, людей и разделять на категории, там вот он амбициозен, вкладывает ли он там в науку, двигает ли он прогресс. Да не только это важно. Поэтому есть люди, которые не амбициозны, они от природы, блядь, не предприимчивы, им сложно в капитализм. Ну, по факту, просто им сложно, их не надо винить за это, они не неудачники из-за этого. Давайте чуть-чуть им поможем, чтобы они хотя бы не думали о том, что там... Жрать где и где жить. Хотя бы только про это. Я не говорю про другое. Вот только про это. И все. Это все, что я хочу сказать. Вот и все. Так. Купон на обосраться. 100 рублей. Толя, а ты вот рассказывал то ли про Аристотеля, то ли про Платона, что он был аристократом и работать ему совсем не нужно было. Такие случаи исключения или такое возможно в некоторых обществах? Ну, это было в Древней Греции, где немножко было рабство. Да, то есть, ну, как и сейчас. У тебя были люди, которые на тебя работают за просто так. Потому что это твоя собственность. Ну, чувак, сейчас происходит то же самое. Если ты достаточно богатый, то люди на тебя будут тоже работать просто так, по твоим меркам. Потому что заплатить им там 500 евро в месяц, для тебя это реально просто так. Так что, ну, я говорю, вот про это я говорил в самом начале, что у нас рабство, оно никуда не исчезло, оно просто чуть-чуть трансформировалось. Ну, тебя просто там не отпиздят теперь, знаешь, там, и ты как будто бы свободен после работы делать, что хочешь, и так далее. Но для чувака, который нынешний аристократ, ну, то есть аналог Платона, то есть у него просто дохрена бабок, или кто там был, да, кого-то сейчас упоминал, он может себе позволить вот этих рабов, ну, просто за деньги. Но то, что он им платит, для него это равносильно тому, что они на него работают бесплатно, потому что эти суммы для него, это, ну, это смешно. Так что глобально особо вот ничего в этом не изменилось абсолютно. Аристократ — это не тот, у кого много денег на самом деле, потому что, ну, вообще аристократ может быть довольно бедным, особенно сейчас. Просто дело в том, что бизнесмен, он аристократом не является и в принципе быть не может. Потому что бизнесмен, он там строил какой-то бизнес, что-то там осуществлял и так далее. Аристократ, он аристократ по праву рождения. То есть он родился в аристократической фамилии и, собственно, все, ему не надо ничего делать для того, чтобы стать аристократом. На самом деле, в общем-то, вопрос про Платона, он был именно об этом. Платон был из достаточно хорошей семьи. Вот, и ему не надо было ничего делать для того, чтобы просто, получить. Да, да, да. Просто я, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, по чуйке я это чувствую, что чувак, который сейчас задавал этот вопрос, он именно имел в виду, что если мы переносим на наши реалии и просто забываем слово аристократ, это человек, которого, ну, достаточно денег, чтобы за него что-то делали. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что человек это имел в виду в конечном итоге, если мы проецируем это на наш современный мир. Может быть, он и не это имел в виду, может, он хотел только вот спросить именно то, что он спросил. Ну, может быть, он действительно вел к этому. Так, такие случаи исключения или, возможно, в некоторых обществах. Но это зависит от того, какой строй, понимаешь. Если строй предполагает наличие аристократии, хотя бы в том виде, в котором она была в Афинах, то да, вполне. Индивидуалист, 100 рублей.
А в этом и проблема, что у многих амбиций нет. Многим хватит этой койки и минимального пайка. А если работать будут только амбициозные, а их меньше, то по определению такая система несправедлива, ибо маленькое количество амбициозных тащит на себе нахлебников. Ох уж эти идеалисты-социалисты. А то же самое сейчас происходит. Ну, ты сейчас не сказал... Короче, не парировал сейчас никак абсолютно, потому что все то же самое происходит прямо сейчас. Это тоже о том, о чем я говорил в самом начале. Как бы мир тащит, да, условно говоря. Ну, условно говоря, это не точная статистика, но ты просто понимаешь, о чем я, да. Там 20% населения — это вот люди, которые тащат весь остальной мир на своем горбу. Остальные 80% чуваков — это неамбициозные чуваки, и это не значит, что это плохие чуваки. Почему сразу несправедливо? Эти плохие чуваки, да, которые неамбициозные, они хороши в другом. Ну, у каждого есть как бы своя роль. Вот о чем я говорю. То есть чувак, который тащит мир, это не обязательно он лучше того, кто не тащит мир. Он ему может проигрывать, опять же, там, в том, что тот, который не тащит мир, он там хороший отец, например. Или он может работать воспитателем того чувака, который тащит мир. Потому что тот, кто тащит мир, у него нет времени воспитывать своих детей. Ну, работает. Вот неамбициозный... А? Ну, работает же тогда. Да, он работает, да. И вот этот неамбициозный чувак воспитывает его детей. Он по призванию хороший воспитатель. Но глобально, когда ты воспитатель, ну, ты не можешь... тащить мир, да, то есть это не такое там, не такая профессия, типа, крутая, но все равно ты нужен, ты все равно нужен. Ну, понятно, вот но они-то тогда работают, получается, мы-то говорим о тех, кто не работает, правильно? Но это уже сейчас тоже есть, потому что во многих странах есть пособие, есть. Но пособие, это говорю, это такое, тебе дали деньгами, в итоге ты эти деньги там тратишь на то, чтобы там травы покурить, а если мы будем давать не деньгами, а конкретно, вот койко-место, вот бесплатная жратва, и не деньгами мы это даем. Мне кажется, это чуть другое. Я думаю, что можно пособие сделать, значит, алкоголем можно выдавать и поставить условие, что вот есть ящик водки, да, и человек, он может прийти и получить этот ящик водки, но в обмен его стерилизуют. Вот, и на мой взгляд, это предельно гуманная такая политика, потому что, ну, из общества пропадают гены людей, которые готовы отказаться от деторождения ради ящика водки. То есть это вин-вин такой опять-таки. Слушай, пока вот мы сейчас говорили, мне опять вот пришла идея, как это еще можно как бы улучшить. Вот даже взять пособия. Ну, во многих государствах они сейчас, ну, существуют. Так вот, надо эти пособия давать не деньгами, а за эти деньги, которые мы платим пособия, покупать как раз-таки вот эту бесплатную жратву, которая потом будет бесплатная, и оплачивать вот эти вот койко-места. То есть давать не деньгами чувакам, потому что когда им дают деньгами, он такой, что-то хата есть, ну, чуть-чуть жрать я на эти деньги могу купить, а на остальные могу там накуриться, напиться и так далее. А тут ему просто, вот тебе жратва, вот тебе это самое, койко-место. И он такой, блядь, а где бабки? Блин, что-то скучно, не могу ничего купить. Ну да, как бы могу выжить, но купить ничего не могу. И вот, возможно, тогда он начнет как-то действовать и, ну, что-то делать, не знаю, там, находить работу и так далее. Потому что пособие — это, ну, деньгами тебе платят. И ты можешь тогда уже покупать, что хочешь. А вот надо эти деньги перевести просто в жатву и натурой давать. И просто в койко-место и тоже натурой давать. Вот, тоже вот сейчас пока говорили, такая идея пришла. А можно сетами в доте выдавать, например? То есть... Да, и у чувака тогда выработать предприимчивость. Он будет смотреть, какие сеты на рынке дешевеют, дорожают, начнет покупать, продавать. Пожалуйста, получим очередного дота-трейдера. Такая биржа, короче. Кстати, слушай, Марго, давай дальше дожмем эту идею. Ты сейчас, ну, ржешь, но давай дальше добьем эту идею. Чем вот еще можно людям, знаешь, смотри, выдавать пособия, да, чтобы стимулировать их как-то, ну, работать. То есть, когда мы даем деньгами, чел их просто тратит. Когда мы даем жратву и койко-место, он просто жрет и спит. А вот ты сейчас просто сказал про дота-сеты, и я подумал, блин, а что можно еще вот человеку давать, как бы, вместо пособия денежного, такое, что это как бы ценно, но это еще нужно превратить в деньги.
То есть, не знаю, знаешь, там акции какие-то давать каких-то компаний, и типа, ну вот давай, играй на бирже, давай, как-то предприимчивость врубай. Ваучеры, вот, ваучеры можно тоже, вот хорошо попробовали, охуенно получилось. То есть, да, слушай, это прикольная идея, вот выдавать именно пособие в чем-то, что не является деньгами прямо сейчас, но в потенциале может, но для этого нужно как-то пошевели... встать с кровати, короче, и пошевелиться, и какую-то предприимчивость врубить. Ну, это тоже неплохо, может, мне это нравится. Может, давать кокосовый орех и камень. Реально, крутись как хочешь, да? Да-да-да-да-да. Потом, правда... Хочешь жри, хочешь пролони кому-то череп, хочешь пойди продай. Да, потом будет один сломал, другой потерял, блять, как в анекдоте. Да, идем дальше по донатам. Шейк Биб, 100 рублей. Привет, Марджери. Можете меня поселить на ранчо Спена? Не, я не знаю, что это такое. Убер Люмпен, 100 рублей. Марго, поясни ход бы тезис на значение трех терминов. Первый – мораль, второй – нравственность, третий – этика. Если про третий я еще что-то знаю, то первые два вообще не могу различить. Ну, смотри, это не то, чтобы термины, понимаешь? Потому что что такое... Что такое простое слово, что такое термин? Слова как угодно используются в речи, они от контекста зависят, будет осмысленно это предложение в итоге или нет. А термины, они имеют фиксированные определения в рамках каких-то дисциплин, как правило, академических, но не обязательно, там, иногда прикладных и так далее. А, так вот, мораль, нравственность и этика, это ну не то чтобы термины. А, можно попробовать их разграничить. Мораль и нравственность, ну, допустим, примерно одно и то же. А этика – это формальная дисциплина, которая занимается устранением противоречий среди моральных утверждений. Вот, я люблю это так формулировать. Мораль и нравственность – это, в принципе, одно и то же. Я не вижу. Можно, наверное, сказать, что мораль – это какие-то установки в обществе, а нравственность – это то, как... Эти установки проявляются в отдельно взятом человеке, либо наоборот, как угодно можно сказать. Понимаешь, слова, если речь идет не о терминах, а это не термины, они используются как угодно. Они, понимаешь, что они значат, зависит от того, как их используют в обществе. И больше ни от чего. Грубо говоря, значений у слов нет. И смысл на самом деле имеют предложения, а не слова. То есть предложения могут быть истинными либо ложными, а слова отдельные не могут. Slow Laden, 300 рублей. Что там по поводу того, что ход гения – это спиженная идея из романа Достоевского «Бесы» в последней главе у Тихона Николай Ставрогин признается архиерею в мотивации своих поступков, который удивительно напоминает ход гения Ликея. Инфы так и не было. Он читал вообще «Бесов»? А сколько раз за неделю тебе рассказывают о том, что ход гения подрезан из «Бесов» Достоевского? Первый раз сказали. Первый? По-моему, даже на прошлом стриме это было. Я не знаю. Это, по-моему, да, я не помню. Ну, я не читал, короче, не знаю. Я помню, когда было принято, значит, еще угорать над ходом гения. То есть это была какая-то новая тема. Это 14-13 где-то год был. Я постоянно, мне прилетали записки, типа, что, мол, Достоевский, «Бесы». Да-да, ну это нормальная фигня, когда идеи совпадают. Ну, я не читал, да. Просто из башки придумал и все. Донатер, 100 рублей. Ликер нарушает основной закон жизни. Нахуй помогать идиотам? Он может рационально обосновать? Почему идиотам? Блин, чуваки... Откуда вообще эта идея вот пришла, что если у чувака какие-то временные трудности, у него там где-то пока что не хватает денег, почему он идиот? Вот я не могу понять, ну, тезисов накидать или что? Почему идиот? Знаю, я реально знаю чуваков, которые не идиоты, они умные, они, блин, секут, но пока что не получается. Почему идиоты сразу? Типа, не идиотство что, мерится количеством денег у чуваков? Я знаю, блядь, чуваков тоже с деньгами, они полные долбоёбы. Ну, о чем вы вообще? Где-то купил, где-то продал. Ну, для этого не надо много ума. Это не признак того, что он не идиот. Он может остаться, ну, полным дебилом. Просто богатым.
Не понимаю, вот честно не понимаю. Да, понимаете, вы просто судите людей критериями капиталистического общества. А вот вы посмотрите на индейца. То есть, как бы индейцы умеют охотиться, значит, копье метать, на лошади ездить, несмотря на то, что лошадей в Северной Америке не было до колонизации. Вот, там стрелять и так далее. Вот, вы что-нибудь из этого умеете, вас если посреди леса выкинуть, вы как бы вы уже будете, ну, как бы не очень умным человеком в такой ситуации, правильно? Вот, потому что вы не будете знать, с какой стороны мох растет, там, какие ягоды жрать можно. Вот и все, поэтому все относительно. Так, проповедник, я просто сдавал курс мультикультурализма в, как бы, в университете, поэтому... Поэтому я умею обосновывать, зачем людям надо бесплатно, блядь, да. Давайте. А на лошади ты умеешь кататься? Нет, к сожалению. Но у нас тут практики у вас не было. Я переехал недавно. Тут есть ранчо в огромном количестве вокруг всякие. Ты переехал? Фермы. Ну ты в Калифорнии до сих пор? Нет, я в Орегоне, в Южном Орегоне, значит, в довольно сельской местности. Вот. И может быть я в какой-то момент научусь кататься на лошади, но это маловероятно, потому что у меня координации движений нет. Я если зеваю, я могу промахнуться ладонью мимо лица, короче, и прикрыть подбородок. То есть вот так вот. Когда ты научишься кататься на лошади, ты сможешь всем сказать: ну и кто теперь идиот? Да, определенно. Так. Проповедник Максим, 100 рублей. Я представляю, как бы карлик сгорел с этого стрима. А закажите ему, как, когда у него стрим с видосами будет, закажите ему хайлайт этого стрима. А, так. Карлик это кто? Это Ежи Сармат. А, okay. Друг Хованского. Значит, okay. Ручной. Так, Хамуил, 100 рублей. Я уже заебался. Марго, ты таки вытянул сотку. Ликей. Вся хуйня идет от того, что у тебя имеется презумпция ценности жизни. Ты же угорал по Шопенгауэру. Говоришь, что... Да-да-да, говори, да. Говоришь, что труд не является свободным выбором. Жизнь тоже не является свободным выбором. В РФ, блядь, есть статья за пропаганду, а Марго это сейчас будет не одобрять. Когда СЖВ за это бороться будут? Эх. Бля, чувак, слишком, да, да. Слишком компактно, то есть я в конце скомкано получилось. Да, чуваки, насчет ценности жизни. Так я вообще всегда говорю, что жизнь вообще не ценна. Ну, мне действительно насрать. Но я, знаешь, я из тех чуваков, которые... У меня нету никакой-то там идеологии, я ничего не придерживаюсь, я не держусь за мнение, как, знаешь, блядь, за часть там своей руки. И когда с моим мнением спорят, у меня такое ощущение, что мне пилят руку, и я сейчас должен его как-то отстаивать. Нет, я просто увидел, а давай вот раз такой вопрос мне задали, а давай я буду сегодня за ту позицию, что, типа, еда пускай будет бесплатна, или там жилье пускай будет бесплатно. Если хотите, я могу быть за ту позицию, что нет, так нельзя делать. Я тоже могу это доказать. Просто сегодня я решил вот так. Вот про это я и говорю. А то, что да, жизнь не ценна, это блядь, трижды дай аминь. Просто трижды дай аминь, согласен. И я как раз-таки за то, чтобы не рожать новых людей, чтобы не вытаскивать их в этот мир, блин, и чтобы они не чувствовали и счастье, и несчастье, и дружбу, и ненависть, и любовь, и зависть. Вот все это нахер не нужно, это все переоцененное дерьмо. Я согласен с этим. Но мне не мешает иногда, типа, блин, а сегодня буду за жизнь, а почему бы и нет? Ну, я не вижу вообще... Как бы раньше, когда мне было лет 20-25, у меня было вот такое черное-белое. Вот я за это, и вот что против этого, это все хуйня. Сейчас нет, чуваки. Я могу быть за это, могу быть за это. Давайте, ну, любую роль мне киньте, я могу ее отстаивать. Нет проблем абсолютно. Сегодня вот такую мне роль кинули, потому что все началось с того, что ликер у тебя там был когда-то топ. То, что ты сказал, вещи, которые должны быть бесплатные. Вот, еда и хаты. Ну ладно, окей, давайте за это. Хотите, чтобы я за это зацепился? Нет проблем. То есть то, что я говорю, обо мне на самом деле вообще ничего не говорит, потому что, ну, типа, вы не знаете, за что я на самом деле. А почему? Потому что я даже сам до конца не знаю, за что я на самом деле. Все дико зависит от того, с какой ноги сегодня встал, пожрал сегодня, не пожрал, там, не знаю, прохожий плечом меня сегодня задел, не задел, злой я сегодня, добрый. Вот это, вот, ну, от этого дико зависит, типа, что я буду сегодня отстаивать. Вот так.
Вот эти все, я за это, я за то, я цепляюсь за эту систему, потому что я там себя чувствую, свою позицию в этой системе выгодно, или она меня успокаивает, да, это она для меня, типа, ну, успокаивающая, типа, делает мою жизнь выносимой. Это я прошел эту херню, но мне просто уже неинтересно за что-то цепляться. Мне как раз-таки интересно, чтобы вот вы мне что-то рассказали, чтобы Марго мне что-то рассказал, может быть, я вам что-то расскажу. Мы что-то услышим, о, неплохо, этого я раньше не слышал, круто. Вот я за это, а, типа, приходить и, типа, говорить, я за это, давайте спорьте со мной, кто кого победит. Ну, чуваки, блин, нам не 15, не 20 лет, это прерогатива вот чуваков, которые только начинают, знаешь, становиться на путь какого-то там, ну, блядь, не мыслителя, конечно, это громко все сказано, но человека, который пытается вообще разобраться в совокупности бытия, что в жизни происходит. И да, первое время, когда он узнает новые идеи, он, конечно же, дико цепляется за них. О, блядь, эта идея так меня вдохновила, она так резонирует с моим сердцем, с моим душой, да, вот это заебись, а вот эта фигня, буду ее отстаивать. Но рано или поздно он приходит к противоречиям. И вот когда он приходит к противоречиям, он начинает что-то вообще понимать. И тогда он понимает, что вообще ни за что не надо цепляться. Надо всегда жить вот... Не знаю, вот как это правильно, блин, знаешь, сказать. Не то чтобы по настроению, а, ну, по ситуации, скажем так, наверное, да. Да, в чате пишут. Я сегодня выпив пиво нефильтруемого. Это отсылка на видос с Порошенко, где его речь нарезали. Так что он выходит, короче, и говорит, я сегодня выпив пиво нефильтруемого и решив мне поебаты на демократию, я вступаю в шоу-е. Короче, да. Так, Мирукай, 100 рублей. Я недавно тебе скидывал описание языческого обряда «Заклинание воды в царе Салтане Пушкина». Я нашел еще два примера заклинания воды. Наберите воздуха в грудь. Готовы? Ария Штиль и Линдеман Фишон. Да, охуенно, чувак. Может, есть еще примеры выживания подобных обрядов в массовой культуре. Просто на подумать вам с Ликеем. Спасибо. Не, на самом деле, заклинание воды, если сольный альбом Линдемана рассматривать, то там из заклинаний воды есть песня Golden Shower, блять, ее можешь послушать. Так, Slow Laden, 100 рублей. Судя по всему, никто, кроме меня и Сармата, бесов не читал. Я еще года 4 назад тебе написал свою догадку в личку. Ты зачитал это на стриме с Хованским и зафорсил как пасту. Но никто так и не подтвердил. Потому что, опять же, единственный человек, читавший бесов, Сармат, вообще не знает, что такое ход гения. Да, да. Ну, теперь узнает. Кармен Доброед, 300 рублей. Марго, салам. Как говорится, ликер, лично ты замечаешь стратификацию общества? Замечаешь, как люди, вырастая в определенном окружении, становятся по факту тем, что они видят всю жизнь, что стремление что-либо делать как таковое появляется из трудностей, из конкуренции? Ликер, ты как фреска пытаешься подменить настоящую сущность человека на придумку? Не-не-не, я замечаю разное, я замечаю разное. Знаешь, вот я замечаю и то, что ты сказал, то, что если человек растет в какой-то определенной среде, в определенном обществе, то он копирует все, что видит. Это я замечаю. Но точно так же я замечаю конкретные противоречия. Чувак растет в такой среде, в которой, казалось бы, ну вот он должен быть таким, таким и таким. А он, вопреки всему, становится вообще совершенно другим. Так что это все, знаешь, такое. Влияние вообще внешней среды на человека достаточно переоценено. Как вот, просто я вот замечаю, последние лет 10, наверное, вот, все дико форсят вот эту идею, что вот на человека прям мега влияет внешняя среда. Она влияет. Но я бы поставил там, знаешь, на место третье, четвертое. Они как сейчас ставят, чуть ли не на, ну, вот, типа там, или первое, или второе. А влияние внешней среды на человека дико переоценено. Очень сильно. Так, задавайте ваши вопросы, дамы и господа. Спрашивайте что-нибудь, интересуйтесь. Стрим интересный. Вот. Несмотря на то, что я сейчас постепенно пытаюсь сползти с энергетиков. То есть у меня тяжелая кофеиновая зависимость, и я как бы сейчас типа, снизился. Сердечко не шалит у тебя еще? Вообще
Нет, ну иногда пальпитации бывают, но редко, они такие спорадические, и вообще, ну, огромное количество людей с рождения ходят с такой хуйней, и у них все нормально. То есть, в принципе, нет. Единственное, что панические атаки у меня, блядь, иногда вечером происходят, когда я хожу, по квартире, блядь, с ножом и проверяю замки, короче, кругами. Вот, но это тоже редко происходит. Но это значительно больше дискомфорта вызывает, чем пульпитация, потому что, ну, типа, бля, спать вообще хочу, блядь, а надо ходить замки проверять, окна, нахуй, всю хуйню. Столько дел. Да, да. Так. Тебе мельдоний надо попить. Слышал за такое? Не, я ничего пить, блядь, не буду. Какой? Я к медикаментам осторожно очень отношусь. То есть к энергетикам ты относишься, ну, типа, окей, а к медикаментам осторожно. Неплохо. Да, ну у меня просто какая-то херня. На меня, например, аспирин не действует. То есть он, например, никогда не помогает мне ни от головной боли, ни от чего абсолютно. Он, наверное, кровь разжижает, конечно, но вот от боли никакой не избавляет. Никогда абсолютно. Ни разу не был. Сколько я не пробовал. Ибумитин, ибупрофен. Вот ибупрофен, да, ибупрофен – это единственное, что у меня вот всегда есть. То есть это вот то, что… Ну, не то, чтобы я постоянно его жру, блядь. Он хороший. Но он, когда у меня заканчивается, я всегда покупаю новый сразу. Даже если мне прямо он не нужен, надо, чтобы был. Потому что если проснулся… Блядь, из бодуна, нахуй, вы, блядь, если выпил пиво нефильтруемого, короче, перед сном, да, то... Ну, я больше... Ибупрофенчика закинул и вперед. Да, да, да. Один не помог, можно два, бля, похуй. Так еще этот Аристотель говорил. Ну да, ну и он еще в реакцию с кофеином не вступает, поэтому если ёбнуть кофе при этом или... Кто, Аристотель? Аристотель... Ну, Аристотель, может, вступал какое-то время, хуй его знает, на самом деле, но... Я думаю, Аристотель чем-то более мощным задвигался. Может быть. Аристотель больше по... Аристотель зоживец вообще был, скорее. Думаешь? Да, потому что у них вообще популярно было качаться. Вот, Аристотель, скорее всего, был прокачанный, вот, и бегал. Ну, вообще, да, у них все такие скульптуры. Young Muscle Boy. Да. Задавайте ваши вопросы, спрашивайте что-нибудь, интересуйтесь. Пишут, для диагноза инфы маловато. Да, как бы, мне не нужен ваш диагноз, я как бы проверяюсь у врачей. Это от кофеина у меня. В интернете диагнозы не ставят, это запомните. Да, точно. Так, ОГФР, 100 рублей. Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01.101. Не знаю, что это значит. 01.101, короче. Такие дела. Вот. Это, наверное, отсылка к Стасу Васильеву. Всем 101 уже так здоровается вроде. А, может твой быть. Друг закадычный. Да, пиби. Марго, один вопрос. Давай сделаем это понятным. Угу. Как с этим, как ты там говорил, промискуитет, да? Промискуитет. Как у тебя с этим? Ничего не изменилось пока? С промискуитетом? Ну, да. Как бы нет, ничего не изменилось, но я как я тебя понял. Но я и идейно против, собственно. А, ты подожди, ты идейно против? Нифига себе, ты на том стриме этого не говорил. Ну, как бы... Интересно. То есть ты антисексуал, да, получается тогда? Нет. Так, давай, развивай. Ну, еще раз скажи, почему ты идейно против тогда? Я за традиционную семью. А, тогда мы друг друга не понимаем. Так подожди, одно другому же не мешает? Или... Это смотря какая традиционная семья. Ну ладно, ну, не знаю, допустим, мужчина-женщина, окей? В этом мы сходимся или нет? Ну, смотри, у меня, кстати, нет никаких предубеждений против людей стран, против людей необычных
сексуальных ориентаций. Не-не-не, чувак, мы говорим про тебя. Просто про тебя. Вот ты кого предпочитаешь? Женщин или мужчин, или кого? Мне без разницы. А, понял, понял. Ты бисексуал или как? Ну, можно так сказать, да. А, окей. И традиционную, ты имеешь в виду, ты хочешь найти человека, с которого ты, ну, полюбишь, он тебя полюбит, и вот вы будете вместе, и как бы и все. А там вот эти потрохушки на стороне, это все не твоя тема, правильно? Ага. Все, сейф, понял. Просто, ну, прикольно, ты не говорил этого, ну, на стриме со Стасом. Понял, понял, окей. Окей. Ну, там есть еще инсайды, которые Ежи Сармат на стримах распространяет, они тоже очень важны для понимания ситуации. Это какие инсайды, расскажи нам. Не важно. В боярском чате пишет Марго: «Добрый день, хорошего стрима. Вопрос. Насколько сильны у тебя панические? Насколько мешают жить? Ты понимаешь мыслительный процесс, по которому ты себя накручиваешь?» Да, прекрасно все понимаю. Прекрасно понимаю, что мне, например, никто дверь не выламывал, да? Потому что я бы услышал. Марго, до толчка отойду и вернусь. Да, конечно. Прекрасно понимаю, что мне никто дверь не выламывал в квартире, иначе я бы это услышал точно. Но, блядь, проверить необходимо, иначе я спать не смогу просто. А вот тут донат пришел. Потерянный чувак из Украины, 300 рублей. «Привет, Марго и Ли. Я сегодня получил первую зарплату. Мне 18 лет, и я очень рассеянный. Мне сложно запоминать всякие бытовые вещи, типа как включать телек или фен для волос. Из-за этого на работе меня пилят, мол, я творю хуйню, когда я продаю товар и демонстрирую его покупателям. Мама очень хвалит меня и радуется, а мне хуёво, да и зарплата маленькая. Как быть?» Ну, извини, чувак, ты живешь на Украине. То есть, ну, тут печальная такая хуйня, но как бы у вас, бля, в стране законов нет, поэтому я даже не знаю, что тебе рекомендовать. Не, на самом деле, то, что он сказал, да, его напрягает, то, что зарплата маленькая и так далее. Работай пока на этой работе, вот ты все равно зарплату какую-то получаешь, откладывай с нее, а потом начни заниматься вот самой простой арахернёй, при помощи которой можно разбогатеть, и там не нужно быть умным. Это как раз про то, что я говорю, что можно быть идиотом и разбогатеть. Начни покупать, продавать. То есть ты сейчас работаешь, как я понял, в магазине или где-то, где вот бытовой техникой торгуют. И вот как раз использую это, чтобы разобраться в ней, какой спрос на что, что больше люди покупают, что их интересует. Зарплату откладывай. И начни потом покупать, продавать. Там сейчас есть все эти Алиэкспрессы, там можно с китайцами прямо с заводом добазариваться. Ну, это если мы про большие поставки говорим. И все. Покупай, продавай. Бабки уже накопишь, уже минус проблема. А дальше уже будешь думать, как тебе, типа, быть с тем, что ты не можешь себя реализовать именно как человек. Это уже у тебя как раз освободится время. Просто ты перестанешь думать о бабках и начнешь думать о том, типа, а как вот мне теперь реализовать себя вот именно как личность. Но вот минус одна проблема у тебя будет. Сейчас пока просто откладывай и используй свою работу для того, чтобы как раз разобраться в вопросе. Но есть мнение, что на Украине у него отожмут все к хуям, если он покупать-продавать начнет. Серьезно, да? Ну, конечно. Это же как, я не знаю, Габон там, какой-нибудь. Там беспредел, да, или что? Ну, конечно. Я же говорю, там законов нет. То есть, ну, это как такая африканская Сомали, там, я не знаю. Ну, с другой стороны, это тоже круто, если законов нету. То есть, мы должны это не воспринимать как, типа, а, ну все, пиздец. А мы должны воспринимать это так. Ага, так, законов в Украине нету. Окей, какую выгоду мы можем из этого извлечь? Коррупция. Начни покупать, продавать. Зарабатывай. Когда к тебе придут отжимать, заплати и работай дальше. Ну, раз так, ну, раз такие правила. Не знаю, что еще посоветовать. Вот пока так. Да, тонкий лед, просто как бы я бы посоветовал, но я на Твиче не могу ничего посоветовать в этом ключе, понимаете, в чем проблема, я тут немного связан по рукам и ногам в этом плане, а так... Ну ты мне текст напиши, я буду говорить от своего имени, обезопасим тебя. Да, канал тот же, это... Бля, то есть неважно, кто говорит, да? Да, 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 это только если ты, знаешь, заведешь себе канал там на Good Game, и там этот текст читаешь, короче.
Окей. Да, то есть маргинал ни при чем, вот тут у меня текст, короче, по факсу Короче, у меня есть пришел. текст, который не писал Uber Marginal. Надо же. Так, задавайте ваши вопросы, дамы и господа, спрашивайте что-нибудь, интересуйтесь. Формат интерактивный. Так, человек с никнеймом Uber Быдло пишет, я пошел покупать, продавать, понял, принял. Реально, чуваки, ржите, не ржите, блядь, самая рабочая схемка. Настолько, блядь, примитивная, простая, банальная, но уже столько десятилетий работает. Зря ржете, зря ржете. Я думаю, по-другому лучше сформулировать. Если у человека есть интернет и какие-никакие деньги, чтобы мне вкинуть донат, а он вкинул мне 300 рублей, по сути дела, то есть из Украины, это значит, что у него есть компьютер, есть интернет. Значит, продавай шмотки в Доте, блядь. То есть... Куча идей. Смотри. Ну, подожди, Марго, ты еще хотел сказать, чтобы я не Да, перебивал? похуй, я... Шмотки в Доте, допустим. У меня кореш живет только на то, что продает шмотки в этом, Team Fortress 2. Казалось бы, старая игра, все равно актуальна. Далее. Я помню, я... Ну, это ладно, это не интернет. Я покупал, продавал тачки. Нормальная тема. Интернет когда появился... Я вышел на китайца одного, и это был, знаешь, какой год? 2000, блядь, 8 или 7 даже. То есть сейчас это еще проще. Но тогда это было достаточно тяжело. Я вышел на китайца, который работал на заводе, где свои шмотки делает Nike, Adidas, вот вообще все оригинальные шмотки. Но у него была схема, что он мог с этого завода эти шмотки, типа, нелегально через черный вход, короче, там, Puma там тоже была выносить, Reebok, вся фигня. И он говорит, слушай, чувак, вот у меня есть сайт, как тебе эти шмотки? Я говорю, бля, шмотки заебись, я типа, ну, несколько заказов у него сделал, проверил, типа, да, окей, качество. Он такой, смотри, я тебе могу сделать другой сайт фейковый, где не будет моих контактов. Ты можешь своим клиентам показывать этот сайт, пускай они что-то выбирают, ты потом мне пишешь заказ, и я тебе присылаю, ну, в больших объемах. То есть ему было неинтересно там одну-две шмотки. У него там было, знаешь, там с 10, например, заказов, вот, начиная. И у нас был такой сайт, типа OneLOE назывался. Это, теперь это в Одноклассники превратилось, но в Латвии это называлось OneLOE, соцсеть. И я, блядь, а у нас тогда вот популярно было, вот дохера рэперов было в Риге, все ходили в этих там Бейп, Billionaire Boys Club, вот эти BBC, все шмотки, да. И я такой, бля, почему бы не попробовать? И я просто, знаешь, типа написал, продаю хип-хоп одежду, вот ссылка. И дал ссылку на вот этот фейковый сайт без контактов китайца. Бля, чуваки мне стали писать, типа, о, слушай, а вот это сколько, а вот это, а чё, как, я такой, ну вот так, так и так. Делали заказы, я эти заказы передаю китайцу, они мне уже бабки заранее оплатили, то есть я уже в выигрыше. Китайцу пересылал бабки, варку оставлял себе, он присылал мне шмотки, раздавал чувакам, все, вин. А сейчас, блин, в 2019 году, сейчас можно продавать, ну, все, что движется, блин. А то, что не движется, можно двигать и продавать. Чуваки, просто, блядь, смотрите, бабки летают в воздухе. Вы должны взять эти ебаные китайские палочки и просто научиться их ловить, как мистер Мияги, блядь, в фильме ловил этих мух. Все, просто, блядь, смотрите по сторонам. Бабки летают вокруг. Да. Так, из России 100 рублей. В РФ тоже хер получится покупать, продавать, так как за дешевой ценой люди ищут подвоха наебалово. Пытался разбогатеть на починке и перепродаже айфонов, нихуя. Ну, это же айфоны. Поэтому нужно делать дорогую цену. На Ютубе есть видос, чуваки в России продают контрафактные, ну, шмотки. И, ну, лухури. Да, короче, шмотки дорогие, типа там Гуччи, Хуючи, МК, сумки вот эти для баб по 50 тысяч рублей. Они в балаклавах, там у них интервью берут. Они говорят, да, мы берем поставщика в Китае, он шьет так, что ты никогда не отличишь от оригинала. Мы даже серийные номера там как-то через ARA-схемы пробиваем, так что если ты на официальном сайте Гуччи ведешь серийный номер шмотки, тебе покажется, ну, покажут на этом сайте, что это оригинальные шмотки, типа. И все, продаем, одна баба у нас, а постоянная клиентка, каждый день, ну не каждый день, там каждую неделю по одной МК сумке берет, которая там 50 тысяч стоит. То есть можно не обязательно что-то бюджетное делать, можно и дорогое. Но себестоимость этой сумки, по которой они берут, она конечно же, в раз чем 50 косарей. У меня тоже был случай, я помню, когда вот этими шмотками занимался, взял партию шмоток, там Гуччи, блядь, Лабутены, вся вот это дерьмо, ну, конечно же,
фейковая. И на таможне, короче, нашей латвийской задержали эти шмотки. Сказали, контрафакт, вся хуйня. Я такой, ладно, окей, что дальше, какие действия? Ну, мы будем разбираться, будем запрос в Гуччи посылать, будем запрос в Лабутен посылать. Там, Лабутен это чье, я не помню, это французское, но то ли это... Блядь, не помню, короче, ладно, неважно, какой концерн, типа. Ну и прошло где-то недели две, и я такой, блядь, вспомнил, слушай, а мои же шмотки до сих пор на таможне, они мне что-то не пишут, не звонят, надо съездить. Приехал к ним, ну что там, узнали? Они такие... Бля, ну мы запросы отправили, но до сих пор ответы не пришли. А так как по закону, если там две недели проходит и нету никакого типа как бы ответа, то ну, мы тебе должны отдать шмотки. Ну вот так вот не отдали шмотки. К чему я это говорю? Возможно, в России тоже, знаешь, строгость закона компенсируется как бы необязательностью его исполнения. То есть у нас как бы тоже там контрафакт нельзя-нельзя. Ну вот тут прокатило. Ну где-то у тебя, может, конфискуют. Ну конфискуют и конфискуют. На долгосроке ты все равно выиграешь. Подумай об этом. Это я вот тому чуваку говорю, да. Ну да, может быть. То есть, знаешь, где-то просрал, где-то выиграл. Главное, если в целом ты выиграл, то и не жалко просрать где-то. Так. В да? конце концов, быть нищим ты уже понял, как это. Вот то, про что я говорю. Вот это мы уже поняли как. Ну давайте попробуем что-то новенькое, не быть нищим. Если что, всегда в нищету успеем вернуться, правильно? Правильно. Хорошо. Так, донат. Я ебал твоего ежи. 145 рублей 78 копеек. Не хочешь стать ручной собачкой ликера? Говорят, денег будет много. Это отсылка на ежи Сармата, который стал ручной собачкой Юра Хованского. А что означает то, что он стал ручной... А ежи Сармата, это который... Нет, я просто как он выглядит? Ну, это короче... Сейчас я загуглю. Ну, смотри, если описать, как он выглядит, ты, возможно, решишь... Он на стриме со Стасом был? У него был стрим со Стасом, а на моем стриме со Стасом был Егор Погров. А, все, в очках, да, такой, в очках с бородкой такой? Да, в очках с бородкой, карлик. Как у Хайзенберга, у него фотка с Хованским. Так, и что это означает, то, что он стал ручной собачкой Хованского? Что это означает? Ну, как, ну... Гав-гав, тяв-тяв, блядь. Я просто... Ты объясняешь, как бог. Понял. Оно, в принципе, там, скажем так, оно очевидно. Ну, типа, они стримы вместе ведут или что? Да, они ведут вместе стрим, но это как бы мем, да, то есть, что это просто один из хейтеров Сармата назвал его ручной собачкой Хованского из-за того, что у них стримы вместе постоянно, и... Когда, значит, Хованский Сармату пишет в личку, типа, гострим, Сармат бросает все, что у него на стриме в этот момент происходит, и как бы начинается стрим с Хованским резко. Так, так Марго, пишечку. What the fuck, давай сделаем это понятным. Uh-huh. Мы сейчас с тобой на одном стриме. Uh-huh. Кто чья собачка? Так. Твое мнение. Твое мнение. Начнем с тебя. Бля, сложно, пиздец. А какая собачка? Порода. Ну, Хованского, очевидно. Ручная собачка. Кто из нас ручная собачка Хованского? Кто из нас ручная собачка Хованского, блядь? Ну, ладно, я понял, пацаны, у вас своя индустрия, это интересно. Я у Хованского в ЧС ВКонтакте. Серьезно, да? Да. Не, Хованский нормальный чувак. Чуваки, без прикола. Хованский нормальный чувак. Видели с ним в Питере. Бля, он прикольный чел. Просто, может быть, многие там судят по видосам, а, конечно же, а почему... Да, я вас понимаю. Но, бля, в реальности, бля, пиздатый чувак. Отвел меня на спектакль с Маликовым. Посидели, посмотрели. Кайф. Не, подарил ну... ему Latvels Balsams, наш бальзам латвийский. Говорит, хороший. Да, ну, даже при, как бы, всех странностях, да, личностных... и некой там психической припизди. А Хованский все равно толковый чувак достаточно. Марго, слушай, вот ты говоришь там при всех странностях, при всех там личности, личной вот этой хуйне. Я всегда говорю так, у нас у всех рожи хороши. Ну посмотри на свою рожу, посмотри на мою рожу. У нас у всех, блядь, скелеты в шкафу, у всех рожи хороши. Знаешь, типа, чья бы корова мычала. Каждого из нас есть за что, блин, поставить к стене и просто, блин, пулю садить в лоб.
Ну и что? Ну и что? Мы не одобряем, но идея понятна, да. Так, задавайте вопросы, дамы и господа. Спрашивайте что-нибудь, интересуйтесь. Можете там спросить еще тонны хуйни про ежи Хабанского, если хотите. Так. Так, потерянный чувак из Украины, 300 рублей. На зарплату мне похуй. Мне сложно разбираться в кредитах, в разных нюансах, и на работе охуевают от моей тупости. Я очень туплю, прям чуть телек не разбил. Когда мне делают замечания, я туплю еще больше и сердце болит. А родаки гиперболизируют мои успехи, и я боюсь их разочаровать. Думаю, что если я продолжу тупить, то уволюсь. Ли, посоветуй пару любых фильмов. Бля, чувак, фильмов... Ну, блядь, Робокоп, нахуй, американский пирог. Слушай, насчет фильмов это полная хуйня. Лучше послушай меня. Вот, чтобы не тупить, вот так, когда вот на тебя кто-то гонит, и ты типа такой, ой, блядь, для меня это, ну, что-то невыносимое, из-за этого я еще сильнее начинаю тупить, откажись от своей личности. Эта хуйня работает. Ну, реально это работает. То есть не надо вот, вот, блядь, думать про себя так, что я это важно, я это пуп земли, блин, ну, типа, вот, я такой целостный. Подумай так, что ты, блядь, просто, ну, вот какое-то тело, да, вот я им управляю, ну и чё. Менее драматизируй себя, и поэтому, когда на тебя кто-то начнет гнать, ты не будешь это так драматично воспринимать, ты не будешь нервничать, ты будешь, ну, более, знаешь, как бы со стороны на ситуацию смотреть и более на расслабоне себя вести. Попробуй эту фигню. Не надо вот сильно себя драматизировать. Вот просто не надо. Когда на тебя гонят, просто думай, ну, блядь, гонят на локоть. А что? Ну, локоть, локоть, блядь, какая разница, блядь. Окей, понял, услышал вас. Буду пробовать по-другому. И все. Но, говорю, не драматизируй себя. Наша большая ошибка, мы многие сильно драматизируем себя. Когда на нас гонят, нас просто как будто бы физически убивают. Когда не соглашаются с нашим мнением, как будто бы реальную нашу руку пилят, насколько нам больно, и нам хочется прям спорить и защищать это. Чуваки, немножко расслабьтесь. Просто не надо себя драматизировать. И тогда вы услышите другого человека. И то, что вы говорите другому человеку, он лучше вас услышит. И то, что если даже вас где-то, вот так, как ты говоришь, твои работодатели на тебя орут, ты не будешь слышать это как крик, а будешь слышать как рекомендацию. Чувак, тупи поменьше, пожалуйста. И будешь тупить поменьше. Реальная фигня, подумай об этом. Пишут, 6 помидора разнесло. Так, футляр для очков 100 рублей. Помогите. Как сказать вслух? Ну там твердый знак, Е, мягкий знак, короче. Эй. Вот ты сказал. Да, ну если твердый знак брать за горловую смычку, то есть, ну это не русская кириллица получается. Твердый знак берем за горловую смычку тогда. А мягкий знак... Ну, тут уже сложно сказать. Может быть, он гласный удлиняет. Потому что Е – это передний гласный. Очень, мягкий знак – полутализация. Значит, может быть, он удлиняет гласный. Мягкий знак как-то больше с буквой И ассоциируется такой. Мягкое И. Ну да, но это тоже передний гласный И. То есть, ну, передний, задний гласный. Передний гласный просто означает, что язык, он как бы вперед выходит немного. Вот, то есть, ну, если взять гласный И и гласный «ы», они отличаются положением языка, по сути дела. И, «ы», «и», «ы», «и», «ы». То есть, именно вот переход от «и» к «ы» – это язык просто назад уходит. И, «ы», «ы». И, подожди, у меня язык не двигается, подожди. Смотри, «и», «ы». Ну, язык в одном месте, и, челюсть у меня назад двигается. Ну, челюсть тоже может назад, в принципе, двигаться, но передвижение челюсти назад, оно само по себе звук не меняет. Вот, то есть также как бы а, вот, то есть, ну, вот это то, чем должны заниматься философы. Не, это лингвистика скорее, то есть, да, согласен, это согласен. У меня по основной специальности было. Задавайте ваши вопросы, там, о, прилетело что-то, надо посмотреть, что там. Так, расскажите, помогите, 100 рублей. Вопрос гостю, существуют ли слова без ударений? Без ударений? В русском языке? Или в каком, какой язык? Ну, без это... ударений.
Ну да, это зависит от того, какой язык и что мы подразумеваем под ударением, потому что в разных языках это разные вещи означает. Но этот вопрос уже был так-то. Я просто не знаю, по чуйке, наверное, в каком... Наверное. Ну, я не знаю, я на шару говорю. Да, но и ударение не во всех языках есть, как явление, в принципе. В японском, насколько я знаю, там вообще плавающее ударение, и поэтому ударения как такового там вообще нету. Ну, дико плавающее. То есть там нету правила, знаешь, что вот в определенном слове именно вот так говорим, как вот у нас в русском языке. Это насколько я знаю, может, я ошибаюсь. Поэтому Ну. чисто теоретически, наверное, какой-то есть язык, где вот прям нету вот такого ударения, вот как мы его понимаем в русском Но языке. я больше скажу, в русском языке в школе ударения проходят неправильно, потому что там... хотя нет, опять... на этот раз я себя вовремя сам себя остановил, Спас себя. не успев обосраться. В школе слоги проходят неправильно. В слове театр два слога на самом деле. Театр. То есть, ну, по факту это так, это на спектрограмме можно измерить. В слове мысль тоже два слога. Мысль. Просто принято считать, в школе проходит обычно, что сколько гласных, столько и слогов. Поэтому, поскольку тр это как бы два согласных звука, то это не может быть слогом. Но это просто условность такая, она для простоты изучения языка в школе введена. В самом языке, в русском языке, по это дело такого правила нет, потому что по факту театр произносится как театр. Театр, то есть там просто видно, что второй слог есть. Даже в стихотворениях в разных, вот у Степанцова там есть, например, а то в облдрамтеатр на выходной смотайся, есть строчка, который облдрамтеатр воспринимается с такой позиции, что театр это один слог. Потому что если считать, что это два слога, то в размерность не попадает больше. Второй вопрос. Как научиться картавить как еврей? Смотря какой еврей. Потому что Ленин, например, не картавил. Ленин пропускал «р». То есть, когда человек говорит «еволюция», да, то есть я с ебятами пошел на ебалку, это не картавость. Это просто он отказывается произносить «р», блядь. Точнее, его речевой аппарат не произносит «р». Картавость – это когда человек, это как Ларин. Картавость – это как когда «р» человек произносит, то есть как Ларин, Еж Сармат, Егор Погром. Вот, то есть львиная доля русских рэперов и националистов, короче, произносят вместо «р» «р». Вот. И да, Ты это про тоже... бледного? А? Ты про бледного? Может быть, я ни одного русского рэпера не знаю, кроме Вити СД, который во вторник был как в гостях. Так он же не картавый. Он не картавый, но просто есть это, популярная фраза, что русские рэперы ненавидят букву «Г». Вот. Окей. То есть, а так я, бля, ни одного рэпера не знаю на самом деле. Я из всего рэпа, какой существует, у меня в плейлисте есть один трек первого класса и один трек Сплаттера, короче, и типа все. И это весь рэп вообще, в принципе, не только русский, хотя как бы и англоязычный тоже не слушаю. Олега Газманова еще советую. Олег Газманов, да, это отличный рэпер, то есть вот это вот «Россия, Россия», Опередил правильно? свое время. Да, определенно. Я помню, мне как-то раскинули видеозапись, где в парке, короче, огромное скопление каких-то мамаш друг друга пиздят в попытке занять биотуалет свободный. То есть там биотуалет, они пытаются каждая туда залезть, и ее оттуда, блядь, как краба просто, блядь, в яме, а ее оттуда вытаскивают, начинают пиздить, блядь. Вот, пытаются сами залезть, их оттуда тоже вытаскивают. В общем, в итоге просто биотуалет опрокидывается к хуям. Я под это подставил аудиоряд, короче, песня «Вперед, Россия», блядь, Газманова. Да, там еще просто строчки, там «Пусть время нас бурным потоком несет».
Так, идем дальше. Да, как научиться картавить как еврей? Я не ответил на вопрос, собственно, как научиться. Смотрите. Смотрите. Вот что такое звук «р» в русском языке? Звук «р» — это так называемая альвеолярная трель. То есть можно уточнить, что она звонкая, но вообще глухая альвеолярная трель, она не присутствует ни в каком языке в качестве фонемы. Поэтому обычно люди просто говорят «трель», да, альвеолярная трель. Это вот стандартная буква «р» в русском, испанском, там, итальянском и так далее. Когда человек картавит, он заменяет альвеолярную трель на либо увулярную трель, либо чаще на увулярный фрикатив звонкий. Значит, альвеолярная трель, она как произносится-то? Ну вот у тебя кончик языка касается альвеолярного бугорка. Альвеолярный бугорок — это то, что прямо за зубами на верхней челюсти находится. Там такая как бы шишка, не доходя до верхнего неба, то есть между верхним небом, значит, который щелкает, и передними резцами, там есть бугорок специальный, которым ты там цыкаешь, и звуки Т, Д, С, З, Р, Н издаешь, касаясь, собственно, этого бугорка кончиком языка. Так вот, как издается трель? Трель издается по закону Бернули. Кстати, знаете, почему Дмитрий Ларин картавит? Дмитрий Ларин не может выговорить букву «Р», потому что он сторонник Жака Фреско, а Жак Фреско отрицал закон Бернули. У него была такая фишка, вот, что закон Бернули не работает на самом деле из учебника физики. Так вот, как так получается, что ты издаешь звук «Р»? На самом деле, что вообще происходит? Ну, дело просто в том, что кончик языка касается альвеолярного бугорка достаточно легко, чтобы поток воздуха из легких мог, в принципе, его чуть-чуть сдвинуть. Но при этом тот же самый поток воздуха возвращает кончик языка в исходное положение. Как так получается? То есть почему поток воздуха просто не открывает себе путь сам? То есть хуяк, там, язык сдвинься, блядь. Там как бы язык уйди, и поток воздуха проходит вперед. Мог бы, но он так не делает, потому что по закону Бернули язык, он вернется в исходное положение. Это, вы можете проверить действие этого процесса, прилепив к подбородку, значит, клейкую бумажку, свисающую вот так вот, как борода у мастера Паймей из Kill Bill. Вот, то есть, если прикрепить, значит, бумажку такую себе к подбородку и начать дуть. Ветер-то он идет вперед, поток воздуха он идет туда, а бумажка у вас вот тут. Но бумажка, она начнет, значит, чуть-чуть загибаться вперед, вслед за ветром. То есть, ветер на нее не дует, но бумажка вслед за ним как бы гнется, вслед за этим потоком. По тому же принципу движется и ваш язык, когда вы говорите «рррр». Так вот, этот процесс возможен также и с другими частями ротовой полости, и там дыхательного, там респираторного, там аппарата и так далее, и ротовой полости, значит, помимо кончика языка и альвеолярного бугорка. Например, когда вы делаете, издаете вот этот звук, с вашими губами происходит ровно то же самое. То есть, казалось бы, идет поток воздуха. Идет поток воздуха. Почему этот поток воздуха просто не раскрывает губы к хуям вот просто сразу? Вот, чтобы вот как-то так. Почему они начинают, блядь, пердеть, собственно, как бы эти губы? Почему они такой звук издают? По закону Бернули. А далее. Самое важное. То же самое может происходить с увулой. Что такое увула? Увула, это, она же язычок, это вот такая маленькая хуйня в горле, которая, когда человек очень громко кричит, в мультике, например, ее видно. То есть, когда там тасманский дьявол, блядь, кричит, блядь, или Том в Том и Джерри, там, я не знаю. У него видно во рту, в горле, короче, трясется вот такая хуйня, короче, на верхней стенке. Значит, на язычок колокола похоже.
Это называется увула. И при помощи этой увулы издается звук «р». Ну так вот, чтобы научиться картавить, нужно научиться издавать звук «р», но не при помощи кончика языка или алярного бугорка, а при помощи корня языка и увулы. И происходит с ней ровно то же самое по всем тем же физическим законам абсолютно. Так, идем дальше. За это время мне успели накидать донейшенов. Так. ICS Zibet, 100 рублей. Приветики. Поясните мне, быдлу из Челябинска, за философию Шопенгауэра, ее корни, саму концепцию, последователей и ваши отношения. Стоит ли она внимания, и правда ли, что Ницше в своих трудах в какой-то мере от нее отталкивался? Спасибо за внимание, удачного стрима. Шопенгауэр босс. Да, то есть... Ну-ну, не, в плане того, что пояснять, типа, какие последователи, вот это все, это я не хочу. Я хочу лишь сказать, что, ну, типа, а что пояснять? Прочитай «Мир как воля и представление». Ну, охрененная книга, которая многих вначале вгоняет в какую-то тоску, в какое-то разочарование. Но если с этим чувством пожить полгода, например, то ты вот эта вот тоска и разочарование в жизни, она превращается в что-то, из-за чего ты потом жизнь оцениваешь не так драматично, и поэтому ты больше, может быть, делаешь таких поступков, которые ты раньше ссал сделать, потому что ты слишком, ну, цеплялся как бы за жизнь, слишком ценил ее, да, и из-за этого выигрываешь в долгосрочной перспективе. Ну, типа, Шопенгауэр офигенный чувак, ну, у него классная, вот, самая крутая книга «Мир как воля и представление». Ницше в своих трудах часто, на самом деле, он признавался, что он как бы прочитал «Мир как воля и представление», это его впечатлило, и он, типа, блин, понял, что он хочет, вот, заниматься философией, да, серии. Но в своих трудах, наоборот, Ницше постоянно диссит Шопенгауэра. Типа, вот это все не то, это все не то, это все не то. Типа, я перерос своего учителя, и поэтому сейчас я буду его диссить. Ну, вот так. То, что я читал у Ницше, я, ну, типа, много чего у него читал. Он постоянно диссит Шопенгауэра в своих трудах, по крайней мере. Но он не отрицает того, что Шопенгауэр был одним из тех вот, как бы, пинков под зад, которые, типа, его вдохновили на то, чтобы вот писать там свои труды. Но Шопенгауэр крутой чувак. «Мир как воля представления» — классная книга. Опять же, повторюсь, она может вогнать в тоску в начале, в разочарование, в какую-то грусть. Но если обмозговать это и пожить с этим, то в итоге это даже можно, ну, вот это знание как бы использовать для того, чтобы твоя жизнь даже улучшилась на самом деле, потому что ты не будешь за свою жизнь слишком так вот драматично цепляться. А по поводу вот остального, там, кто там вдохновлялся им, бла-бла-бла, не знаю, может, Марго расскажет, или он еще что-то хочет рассказать, я не знаю. Ну, да, то есть, если вкратце, Шопенгауэр это попытка решить внутренние противоречия философии позднего Иммануила Канта через буддийскую метафизику. Вот, значит, при этом от Шопенгауэра, понятное дело, отталкивался изначально Ницше ранний. Однако, значит, Ницше делает из шопенгауэровского волюнтаризма совершенно иные, грубо говоря, нормативные выводы. Потому что Шопенгауэр пессимист, Шопенгауэр за стремление к избавлению от страданий через избавление от желаний, Ницше нет, определенно нет. Не про это. Вот. То есть, если, грубо говоря, Шопенгауэр... Ну, можно провести аналогию. Можно провести аналогию с там ведической традицией. Шопенгауэр, грубо говоря... Шопенгауэр этого не отрицал. Типа, по сути, Шопенгауэр — это такой немецкий буддизм. Конечно, да-да-да. Так вот, можно провести аналогию с ведической традицией. И вот Шопенгауэр, он... буддист, причем в какой-то мере его можно просто назвать буддистом. Он в принципе вполне себе такой религиозный, сильно реформированный, но буддист. Вот. А Ницше, он скорее язычник. То есть это он скорее больше как индус, так, шиваитского толка.
Ну, то есть я не мог бы доверять Богу, который не может танцевать и так далее. То есть это больше про Ницше. То есть там некое обратное движение. Если в какой-то момент буддизм вышел из индуизма, то вот в случае, то есть как бы вот эта вот особая нигилистическая религия вышла из язычества, то в случае с Ницше и Шопенгауэром такое специфическое язычество Ницше, оно вышло из нигилистического мировоззрения Шопенгауэра. Таким образом. Овощ 100 рублей. Есть какой-нибудь способ или особая техника для запоминания алфавита, отличного от латинского, например, арабского письма? Спасибо. Универсальной техники такой нет и быть не может, они слишком все разные. То есть, если ты возьмешь арабское письмо и возьмешь там Деванагари какой-нибудь, и там возьмешь кириллицу, то, ну, они все разные, не похожи. Между прочим, хангыль корейский это тоже алфавит. То есть, вот попробуй, вот чтобы так же, как арабское письмо и там какое-нибудь письмо Деванагари, попробуй так же вот ознакомиться с хангылем. Но это тоже алфавит, это да, то есть там вот отдельные символы соответствуют отдельным звукам. Это вот определение, что такое алфавит в отличие от иероглифов, там пиктограмм и так далее. Ну нет, универсальной техники нет. Зритель, 100 рублей. Отношение гостя к традициям. Гость русский? Любимая цитата Ницше. Гостя. Такие три вопроса. Ой, отношение к традициям – это то, что должно меняться постоянно. Я не люблю, когда что-то, что когда было придумано в то время, когда это действительно было нужно, когда это решало какие-то актуальные для того времени проблемы, через времена, когда уже это не решает никаких проблем, оно уже не нужно, но оно все равно остается только потому, что, ну, типа, ну мы же так привыкли. Не моя тема. Второе, что он спросил? А, русский ли я? Нет. Да. Да, не русский. Третье, любимая цитата Ницше. Блин, давай я просто возьму книгу Ницше и любую цитату, которую я там подчеркнул, типа просто зачитаю. Так. Бла-бла-бла. А, вот он. Просто возьмем, откроем на шару какую-нибудь страницу, ну, где у меня что-то отмечено. Блин, ну тут слишком большой параграф отмечен, я его не буду читать. Давай сейчас что-то просто поменьше найду. Когда-то, значит, меня это зацепило. Ай, блин, все очень большое. Сейчас я найду быстро, сейчас. Ой, ну блин, ну тут вот супер короткое. Когда-то меня это, наверное, зацепило. Единство, место и драма. Если бы супруги не жили вместе, хорошие браки встречались бы чаще. Ну вот все вот. Что первое увидел из маленького, то зачитал. Да, со мной начали спорить в чате про алфавиты. Ребята, абджады и абугиды это разновидности алфавитов. Так или иначе. Если мы имеем вот форму письма, где символы соответствуют звукам, а не концепциям, это в любом случае алфавит. Слоговое письмо это разновидность алфавита, так или иначе. Алфавит не предполагает, не предполагает обязательного соотношения одного символа одной фонеме. Что, во-первых, ну это просто не так. С какой фонеме соответствует мягкий знак, блядь, в русском языке, в русском и так далее. Нахуй никакой. Мы сегодня уже разбирались, как прочитать твердый знак Е, мягкий знак. То есть, если по-вашему алфавит, это значит там при алфавите должна быть биекция между множеством фонем и множеством символов, то ну вот хорошо, охуенно. Тогда какой фонеме соответствует мягкий знак, твердый знак? Как ты объяснишь то, что значит согласный смягчается перед передними гласными, типа там е, и, я и так далее. То есть, ну нет, извини, это так не действует. Именно вот из-за таких случаев, как вот в русском языке, и из-за случаев с диакритиками там в других языках каких-нибудь, именно из-за этого мы не выделяем абугиды и абджады во что-то отдельное от алфавитов в принципе. Потому что элементы слогового письма, они присутствуют. У нас в русском языке вполне себе алфавит, но тем не менее, но какой-нибудь слог пя или тя
Это слог, который ты записываешь, вот буква, по отдельности буква Т, она твердая. Буква Я, она обозначает фонему Я, то есть Юд и Э. То есть это как бы две фонемы подряд. А вместе получается слог Тя, так или иначе. Но мало того, что это совершенно не очевидно, так это элемент слогового письма как бы в алфавите. Да, он слабый, конечно. То есть это он не делает русский алфавит, блядь, абугидой нахуй. Вот, но тем не менее, здесь, они просто слишком рядом находятся. Но если это не иероглифы, то это, в принципе, алфавит. Руны — это алфавит, кстати, скандинавские. Не только скандинавские, тюркские руны тоже алфавит. Ну, вообще, я за то, что тюркские руны лучше рунами все-таки не называть. На что падает ударение в слове «дни»? По-моему, на первую фонему. Нет, конечно. Какая. В слове «дни» там ударение, конечно, на гласный звук падает. В слове «дни» там другая проблема. В слове «дни» нет звука «д». То есть попробуйте сказать «дни», «дно», «дни», «дно», «днище». Там первый звук. Вот. Попробуйте определить, что это вообще такое. То есть там совершенно отсутствует звук, да. Так. Так. Во, нашел. Мочу я пью, от того и блюю. Мочу я пью, от того и сру. Охуенно, да, 10-10. Я думал, там будет что-то из Влада Савельева, типа как его. А я на днях выпил своей мочи случайно, блядь. Влад Савельев, это кто? Влад Савельев, ну, не, я мог бы, конечно, пошутить, что это нейроморфолог, как бы, из института. А, Савельев, который, типа, этот профессор, который там по мозгу, да, типа... Нет, я имею в виду Влад Савельева, который там топ-хат, виджей-линк, как бы. А, окей. То есть, который, бля, я перданул и обосрал свои эти шорты нахуй. Вот эти, ну, цитаты Ницше, короче. Да, я читал. Ну да, это, по-моему, было в Эссе Хомо как раз. То есть она... Не-не, это человеческое, слишком человеческое. А, да, точно. Ты перепутал. Да, бля, пиздец. Ну все, это теперь не забудут зрители совершенно. Так, спроси у Ликея, на что он готов пойти, чтобы не работать 11 месяцев в году, 8 часов в день, 5 дней в неделю. 5 дней в неделю. Сколько он работал на обычной работе в своей жизни? Понимает ли он, что для большинства людей понятно, почему им надо работать, чтобы не оказаться бездомным, а не потому, что им промыли мозги капиталисты? Всего в кучу намешал. В смысле, на что я готов пойти, чтобы не работать? Сколько там? 11 месяцев в году, 8 часов в день, 5 дней в неделю. Не знаю, я уже 7 лет работаю, 365 дней в году, 24 часа в сутки. Ну, типа, у меня вообще нет ни выходных, ни фига, и, ну, меня это прет, мне нравится, потому что я работаю на той работе, которая мне нравится. У меня, типа, нет выходных вообще. А дальше что было, что он спросил? Ну, там вообще достаточно сбивчиво. Только размыто, не очень да, понятно. Там сбивчиво, не очень понятно. Чувак, ты оплатил подписку на боярский чат, то есть ты можешь сколько угодно это переформулировать, да, у тебя просто это не донат был, то есть просто переформулируй, вкинь еще раз, с тебя не убудет. Это типа да, я оплачено. Не особо понял, о чем он, но типа я работаю уже, блин, не знаю, последние 7 или 8, просто каждый день, все сутки в году, и, блин, работал тоже на обычной работе, но никогда не на кого-то, всегда только на себя, и когда на себя работал, это тоже было постоянно, то есть ты все время в деле. Когда ты работаешь на кого-то, наверное, это даже лучше. В каком плане лучше? Конечно, в плане денег это хуже,
Но зато нету ответственности, зато 8 пришел, 6 ушел, и потом ты не думаешь про работу в нерабочее время, зато есть выходные, ну как бы да. Но, блин, я на такой работе никогда не работал, то есть я всегда работал на себя, и когда ты работаешь на себя, у тебя, в принципе, ну, нет выходных. Ну, точнее, не так. Ты можешь себе выходные делать когда угодно, но тогда у тебя и работа будет идти чуть по-другому. Mm-hmm. То есть это... Чем больше ты выходных себя делаешь, тем, ну, хуже, короче, да, в долгосрочной перспективе. Ну да, и меньше получаешь, да, и да, в целом, да. Да, в целом mm-hmm. почасовая ставка, грубо говоря, ну, которой нет, но понятно, что имеется в виду. Вот именно. То есть ты не можешь просто сидеть в офисе и пинать хер, и тебе все равно будут платить деньги. Когда ты работаешь на себя, ну, вот сколько ты работаешь, столько ты и зарабатываешь. Да, да. Поэтому даже когда я, типа, не работал там на работах, связанных с Ютубом, а вот там продавал тачки, продавал шмотки, это все равно, типа, ну, как бы я работал на себя. Как будто бы, ну, хочешь работай, хочешь нет, но на самом деле это еще сложнее, потому что ты все равно работаешь каждый день, у тебя нет такого, типа, рабочее время или нерабочее время. А-а-а. Даже когда ты дома, ты все равно думаешь, так, надо созвониться с этим чуваком, что там в автосервисе, так, покраска, тут еще тачка должна приехать, тут еще это, что-то хоп, там на шиномонтажке машина стоит. То есть ты постоянно думаешь, тут там надо в Германию съездить, привезти машины. То есть ты постоянно об этом думаешь. Поэтому, блин, ну, как бы, не знаю, я никогда не работал вот на такой работе, что ты вот утром приходишь, вечером уходишь, и можешь не думать про эту работу, у тебя есть выходные, поэтому не знаю. А последний вопрос, типа, я вообще, ну, типа, не понял, о чем чувак там говорил, если честно. Ну да, я работал на таких работах, вот, и они были все, ну, достаточно фановые, но именно из того, что они все были фановые и несложные, и, ну, так, по сравнению с трудом они нормально оплачивались, по соотношению с трудозатратами. Именно из этого я сделал вывод, что для меня они не подходят, потому что если бы, блядь, они еще были тяжелыми, к тому же, и, блядь, неприятными, то, я не знаю, я бы не проработал 2 года в мерчендайзинге, печенье продавая, блядь, и как бы по полгода в офисе, в колледже, анкеты проверяя студенческие. То есть, если бы это не было интересно хотя бы немного. То есть, это было более-менее интересно. Ну, печенье продавать в меньшей степени. Вот, но там, как бы, там несложно. То есть, типа, блядь, а печенье где-то продавал, в Америке? Да, конечно. Я в России не работал. Я уехал, хуй пойми когда, в 13, что ли, лет. То есть, там... Ну, у тебя, типа, родители эмигрировали, тебя с собой взяли, да? Ну, грубо говоря, да, примерно так. А, окей. Так. Сейчас я проверю донаты. Да, ну, кстати, взять выходной внезапно, когда работаешь на себя. Ну, типа, вот, например, если я стрим пропущу, ну, это как, блядь, взять и расцарапать собственный автомобиль. То есть, потому что по факту это по сути в какой-то мере деньги, которые мне полагаются. Но я просто взял и решил их не брать, блядь. То есть, это что-то... Многие чуваки думают, что вот когда ты работаешь на себя, это на кого-то именно в том плане они думают, что ты можешь, блядь, отдыхать, когда хочешь и так далее. Но это все херня. Вот пока вы сами на себя не поработаете, вы, ну, не поймете эту фигню. Вот Марго сейчас правильно сказал, что, типа, любой твой пропущенный день, ты царапаешь свою долбанную машину вот этим днем. Это то, чего нету, типа, на работе на дядю. На работе... Приди в это время, сделай видимость работы, уйди. Вот твои выходные и даже отпуск иногда у кого-то есть оплачиваемый. Да. Но когда ты работаешь на себя, ты можешь, конечно, ничего не делать какие-то дни, но... Потом тебе сложнее, нарастить то, что ты упустил. Все сложнее и сложнее, чем больше ты отдыхаешь. Поэтому работа на себя, она сложнее, но она прибыльнее из-за этого, конечно же. Но она сложнее намного. Ну, вот в какой-то мере, да. Тут пишут, но в другой-то день у тебя выходной, когда стрима нет.
Не, а понимаешь, в чем дело? Ну да, да, говори, говори. У меня выходной, ну, по сравнению, наверное, с бабкой, которая в шахте там хуярила в 30-х годах, да, наверное, это можно назвать выходным. Но если сравнивать с офисной работой, блядь, когда, ну, типа, человек, ну, я засыпал за монитором иногда, как бы, это спокойно и всем насрать, я все равно выполнял весь план. То, что я эффективно был очень работник, я просто, ну, типа, укладывался в два раза меньшее время. Остальное время я мог там уснуть, блядь. Значит, там, я не знаю, поесть на полчаса дольше, чем мне полагалось. Вот, да, то есть на обеденном перерыве задержаться, уйти, блядь, раньше, прийти позже и так далее. То есть, с учетом всей этой хуйни, вообще, на самом деле, не отличается от рабочего дня в офисе. То есть, мой день без стрима, это как рабочий день в офисе, только без стресса, значит, который заключался бы в общении с начальством. И, значит, без необходимости заводить дружбу с какими-то рандомными хуями, которые по совпадению, блядь, просто работают в том же офисе. Вот. Да-да. И при этом, типа, выходной день работает на кого-то, и выходной день у чувака, который работает на себя, они кардинально отличаются. Потому что если ты работаешь на кого-то, у тебя выходной день, реально выходной день. Все. Ты не отвечаешь на звонки, не отвечаешь на имейлы рабочие. Да. Ты не думаешь о работе. Тебе вообще насрать. Ты делаешь, что хочешь. Когда ты работаешь на себя, даже если ты себе выделяешь выходной, ну, конечно, you name it, типа, смотря какая у тебя сфера, но, не знаю, если ты там ютубер, даже если у тебя выходной, ты все равно думаешь, так, какие темы на следующей неделе я буду делать, какие видосы, может, с кем-то коллаба, так, рекламщикам надо ответить, может быть, даже у меня выходной, они мне все равно пишут, если я сейчас не отвечу, кто-то другой у них, ну, типа, рекламу заберет, я все равно им отвечаю, стример тоже думает, что мне надо сделать там на следующей неделе, так, может, с кем-то гостя пригласить, что, как, да, или чувак там, не знаю, бизнесмен какой-то, продает тачки те же, у тебя даже выходной, ты все равно думаешь, как мне следующую неделю, там, следующий день, когда я буду уже на работе, как мне его проводить, то есть, еще раз повторюсь, да, выходной чувака, который на кого-то работает, и выходной чувака, который работает на себя, это вообще два разных выходных, абсолютно. То есть чувак, который сам на себя работает, у него никогда не бывает все равно полноценного выходного. Ну вот я не помню, блин, за все свои года, чтобы у меня был такой выходной прям, что, ну я вообще ни о чем не думаю. Ну это разве что, когда я там, знаешь, заболел чем-нибудь, какой-то жесткой простудой, и прям, ну я вообще, все, у меня голова просто не варит, и я сплю и парацетамолом закидываюсь, и все, больше ничего не делаю. Но это вот, это из ряда вон выходящие какие-то моменты. Ну да, то есть я когда в офисе работал, у меня выходной был именно, что вот хуяк, все. Идите все в жопу, идите все в жопу. Да, шаббат шалом, блядь, то есть действительно, я просто, я не могу отвечать на телефонные звонки, то есть телефон в офисе, и я не проверяю рабочий имейл, то есть нет, да? Нет, блядь, работы. На выходной, в свой выходной день ты, блядь, безработный, короче, как бы на день. То есть вот никто тебе не звонит, ничего, блядь, не происходит. А, у меня сейчас это совершенно не так, и тем не менее мне больше нравится то, что сейчас. Потому что, ну, понятное дело, что, да, у меня в день, когда у меня нет стрима, мне может прозвонить там кто-нибудь из какого-нибудь там канала, там, мне может набрать Ежи Сармат, мне может набрать там, я не знаю, мне, ну, как бы Мэдисон сейчас в отпуске, как бы. Вот, но у меня был там случай год назад прикольный, топовая конфа нарулилась. Просто на ровном месте я сидел, «Пиратов Карибского моря» смотрел, хуяк скайп звонит. То есть, ну, люди до сих пор пересматривают и цитируют, как бы, эту запись, потому что, ну, там просто подборка была гениальная. Там Мэдисон, Ласка, я, DJ Artifix, VTSD, то есть там, ну, топовая конфа получилась. Вот, пятичасовая. Ну, вот. Казалось бы, вот выходной, да, выходной у тебя. Да, но и при этом все равно дико весело, потому что как бы, ну, так. Не, никто не жалуется. Да. Это надо понять, да. Никто... Да, это не жалоба вообще ни разу. Просто факты. Факты. Вот. Mm-hmm. То есть я бы сказал, что ну, это не работа только в том смысле, что мне не приходится против своей воли особо ничего делать и перебарывать себя как-то. А, ну, помимо какой-то там, блядь, депрессии от недосыпания, там, рано утром, блядь, когда вставать не хочется, но это
Это детская срань, это в любом случае надо перебарывать, просто чтобы хоть что-то делать, неважно, по работе или по отдыху. Потому что если я, бля, не встану утром, даже если у меня в планах вообще ничего нет, если я не встану утром, значит, то я, например, не успею там по фану посмотреть, блядь, кино или в игру поиграть. То есть даже если у меня нет планов вообще никаких, допустим, у меня день пустой, то есть вот у меня, я работаю в офисе, у меня выходной, блядь, шаббат шалом, нахуй. Если я проснулся, значит, в 3 часа дня, то типа день закончился, особенно если это воскресенье, потому что понедельник на работу. Вот, то есть, да, то есть перебарывать себя, конечно, чтобы встать рано утром, это в любом случае надо. А в остальном мне не приходится как-то слишком сильно на себя воздействует. То есть вот сейчас, например, я решил заняться здоровьем, и я записался на индивидуальные тренировки вот, с тренером. Какие тренировки? Просто full body workout. То есть функциональные тренировки преимущественно. То есть без изолирующих упражнений, без всякой хуйни. То есть, да. Становая тяга, жим лежа, да, вот это все. Ну, то есть, становую тягу мне нельзя, у меня сколиоз. То есть, там с учетом еще моих проблем физиологических, все должно. Ну, а что ты делаешь? Какие базовые упражнения? Жим лежа, наверное? Сейчас я ничего не делаю, сейчас мы график устаканиваем, короче. То есть, я вчера на консультацию сходил, в пятницу, значит. То есть, ты только начал, прям только начал. Да. Окей. Вот, то есть там, короче, ну, простые, короче, тренировки будут без бодибилдерства, в общем. Так, а зачем тебе две мочи? Это никнейм такой. Перефразирую. Ли Кей, ну ты же понимаешь, что ты хика. С чего ты взял, что тебе дадут в офисе просто сидеть и пердеть? Ну, я не хика, вообще не попал сейчас абсолютно. С чего я взял, что мне тут в офисе сидеть и пердеть? Ну, с того, что мне мои кореша рассказывают, которые работают в офисе, они сидят и пердят. Они создают видимость работы. Им платят за часы, и поэтому, типа, они растягивают то, что они могли бы сделать бы намного. Это видимость работы, все абсолютно. Ну, во многом это так, но иногда все-таки там надо какой-то отчет, блядь. Не, иногда, конечно. Создавать проект. Чувак, конечно. Иногда нужно напрячься. Но в целом все дико там работает примерно. Примерно. То есть не на 100%, а примерно. Примерно создай видимость. Примерно там создай какой-то отчет, сделай. Но это все дико примерно. Иногда нужно въябывать. Но, блин, в основном это все такое. Ну, в основном примерно. Там принципиальная проблема, что когда человек занимается каким-то одним делом, то он в нем шарит лучше, чем его начальник. И он может себе срок задрать в два раза больше, чем нужно на самом деле. Да. И да. То есть вместо 2 часов 4 указать, блядь, в итоге ее 2 часа, чтобы сидеть, смотреть в монитор, блядь, и так далее. Проходили мы это, короче. Стандарт. Есть такое. Так, возмущенные трудящиеся, 100 рублей. Отдыхать надо. Я открывал магазин и обосрался на неправильной организации рабочего времени. Первые полгода ебашил по 14 часов каждый день и был рад. Потом, около года, то же самое, только без энтузиазма. Тут производительность раза в 2 упала. Последний год сломан нахуй. Ничего делать не могу, все развалилось. Итог, минус здоровье, 50к долларов и работа в офисе. Отдыхать надо, он правильно сказал. Но надо научиться грамотно это делать. То есть не отдыхать до такой степени, что ты там, свое дело теряешь, но и при этом не угорать по делу настолько сильно, чтобы потом, как он сказал, у тебя минус здоровья, и у тебя продуктивность падает, и ты ничего не можешь. Но в первый где-то год в основном все всегда ебашут, как будто как проклятые. Типа, если уж гореть, то гореть сгорая. Но вот важно вот за этот первый год научиться отдыхать. Ну, это правда, да. У меня такая же фигня была. То есть я вообще не мог отдыхать. Я, правда, ничего от этого не потерял, там, может быть, не знаю. Но в какой-то момент я понял, да, иногда нужно просто изолироваться от всего
даже, может быть, ты где-то потеряешь, но в долгосрочной перспективе ты все равно выиграешь, потому что ты будешь отдыхать. Но для этого нужно все равно первое какое-то время все-таки ебашить как проклятый. Ну, вот без этого никак. Вообще никак. Так, да, ну, минус здоровья, да, и отдыхать надо. Но так тут еще такой момент есть, что держать свой магазин и стримить на Твиче – это все-таки два разных бизнеса. Потому что я на стримах делаю примерно то же, на что я раньше просто просирал время бесплатно. Абсолютно. Mm. Причем у меня есть тенденция сидеть в конфах голосовых и пиздеть часами напролет. И слушать, что там еще кто-то говорит. Вот. И это первый момент. Второй момент. Перед тем, как стать стримером, я бесплатно эфирил на радио Mad FM 2 года регулярно. По фану, потому что, ну, Mad FM, я его слушал давным-давно, это как бы для меня веха такая в развитии русского интернета. И я пиздец какой фанат Мэдисона, это, в общем, ни для кого не секрет. И поэтому вот... Был там гостем на Mad FM, помню, да. Да, по-моему, у тебя Кузьма интервью брал, если я ошибаюсь. Не, Ларин. Ларин. Бля, точно! Да-да-да. Точно, это как раз период, когда, собственно, я только-только попал туда. То есть это пока там эфирил Ларин, он, собственно, меня туда и привел в качестве RJ. То есть я у него в конфе спросил, типа, бля, можешь меня на Mad FM протащить? Я говорю, да, конечно, без проблем. Вот, то есть, ну да, это было до того, как у него, проблемы начались химические всякие. Вот, он тогда нормально разговаривал, там что-то аргументировал, там вот, очень толковый человек. Так, задавайте ваши вопросы, спрашивайте, что-нибудь интересуетесь. Да, в чате пишут, случились странные вещества. Это фраза такая, которую... Ну, Ларин просто он... Куда он там? Он в Думу какую-то, блядь, приходил с речью. Он выступал... Перед кем он выступал, бля? В чате подскажите. Я не разбираюсь, блядь, в политике российской. Министр культуры, нет? Мединский? Блядь, не знаю. В чате подскажите. Я просто не разбираюсь в российских органах. Я только недавно узнал, что, блядь, в Российской Федерации Конгресс есть, оказывается. Все такой, блядь... Окей, а Дума что делает? Мединский, перед Мединским он выступал. В общем, он перед какими-то хуями выступал из российского правительства. Вот. Сенат, а не Конгресс. Ну, я не знаю, у нас в Америке Сенат — это часть Конгресса. Конгресс, он тут состоит из Сената и Палаты представителей. А в России не знаю, что, блядь, у вас там у вас Сенат, Конгресс, блядь, король, нахуй, там, я не знаю, блядь. Хан. Вот, значит, бояре. А, короче, он перед Россиянской палатой лордов, блядь, выступал, и у него он в какой-то момент оговорился и вместо странные вещи сказал странные вещества. То есть, значит, на Ютубе стали происходить странные вещества, блядь. И... Мы одобряем или нет? Мы одобряем? Сделаем это понятно. Мы одобряем это на Твиче? Мы не одобряем злоупотребление любыми веществами. То есть, так. Вот. Включая злоупотребление странными. Угу. Вот. Но при этом, если доктор прописал вещества, в том числе странные. И странные, то это нормально. Парацетамол. Да, парацетамол очень странное вещество. Ну, я живу в штате, в котором, в принципе, доктор может не прописать некоторые странные вещества и похуй. Поэтому, как бы, да. По-моему, он не оговорился. А может быть, да, может быть, это его фишка такая. Может, он реально говорит странные вещества. Но оно, короче, вошло в наш... Да, в чате подсказывает Проктонис. Да, да, охуенно. Да, мы пользуемся, короче, этим выражением. Мы очень благодарны человеку с татуировкой тернового венка из колючей проволоки на лбу.
Так, ты уже в другом штате живешь или там тоже так? А тут вроде тоже можно. По-моему, тут тоже можно, я не уверен, кстати, я сейчас так прикидываю. Но я-то, понимаешь, я-то сам против даже, в общем-то, и легальных наркотиков по большей части. Упс. А, да, тут еще один мем от позднего Ларина, типа. И что, наркоман сторчался и пиздец? Это была реплика, когда он дисел Кузьму, короче, или не Кузьму. Не-не-не, это было про тёлку Юлика. Я еще тогда решил, что это про Кузьму, потому что он, блядь, ее свиньей называл. Да, он говорил «Оиньк, оиньк, оиньк, ёбаная свинья», и я автоматически решил, что речь про Кузьму, блядь. Так, против легальных наркотиков пьет алкоголь, кофе и энергетики. А, ну давай. Ну, понимаешь, во-первых, кофе я не пью, я пью энергетики. Вот, а во-вторых, Ты пьешь алкоголь? от алкоголя я отказываюсь постепенно. Ну, тут такой момент есть, что алкоголь я пью не часто. Вот. Ну, окей. То Не, есть. в этом нет ничего плохого, только тогда почему ты против других наркотиков? Потому что Ты привычка. употребляешь самый тяжелый наркотик, но при этом ты против других Но наркотиков. В чем проблема в том, что нет? если я начну употреблять другие наркотики, это не гарантирует, что я слезу с, блядь, алкоголя и перейду на эти. Они просто Не, не добавятся. гарантирует, нет. Они. Это вообще не гарантирует. Ну, Во-во-во, типа, о почему чем. ты против? Так я. Не, Не. почему ты. Подожди, но ты и против алкоголя тоже. Просто ты пока его употребляешь, потому что ты слаб и не можешь пока бросить. Правильно? Не, ну я считаю, я бросил сейчас, потому что я довольно долго не пью так-то. Вот. У меня на самом деле настоящая проблема это с энергетиками. Вот. То есть там у меня сильное привыкание и зависимость. Энергетики это просто слабый кокаин. Ну, то есть ты тоже сидишь на наркоте, просто чуть слабее, чем кокаин. Нет, она все-таки Эффект значительно тот же меньше. абсолютно. Ну, эффект примерно тот же, да, то есть В разы просто сильнее. стимулирующее вещество, но кокаин он значительно сильнее, и он там по пизде идет психика достаточно быстро у людей. Вот. Ну, культура потребления, потому что нету, да. Ну да, ну и там еще как бы манера его употребления, она влечет за собой тоже последствия, потому что кокаин-то не пьют все-таки. Вот. Ну, Хотя. нету культуры потребления. Самая вообще большая проблема из-за того, что они запрещены как раз-таки, поэтому запрещено, блядь, их обсуждать, это культура потребления. Ну, типа, ее вообще нету. Потому что, блин, чуваки на районе просто закидываются таблетками, ты у них спрашиваешь, а ты знаешь вообще, что это? Он такой, да не, блядь, дает мне заебись, и все, и как бы мне похуй. Чё, блядь, серьезно? Охренеть. То есть чувак не знает, что он употребляет, как входить, как выходить из этого. What the fuck? То есть такая же херня с кокаином. То есть наркотик такой депутатов, трейдеров и клубных чуваков, которые там в клубе отрываются. То есть тоже нету культуры потребления, потому что, ну, типа, там та же, как с энергетиками. То есть ты можешь, блядь, перепить их так, что у тебя, блядь, сердце выпрыгнет. А можешь грамотно их выпивать так, чтобы, знаешь, типа, у тебя была концентрация. Ну, для этого как бы энергетики и созданы, знаешь, типа, чтобы ты не засыпал, чтобы у тебя концентрация увеличилась и так далее. Вот с кокосом, ну и, блядь, в принципе, с другими наркотиками, вот такая же херня. Нету культуры потребления. То есть зло не в самом психоактивном веществе. Давайте не будем использовать слово наркотики, потому что у нас слишком демонизировано. В психоактивном веществе нету зла. Зло именно в культуре потребления. Ну, как и, в принципе, там, с одним из самых сильных наркотиков, да, с алкоголем. То есть в нем как бы тоже ничего такого нет. Проблема в культуре потребления. То есть челы, блядь, нажираются в усрачку, потом им хреново, и в итоге они думают, ну, блядь, значит, алкоголь это говно. Да не говно, блядь, ты говно, потому что, ну, нету культуры потребления. Важная херня, на самом деле. Про нее, ну, мало говорят, потому что, типа, запрещено наркотики обсуждать. Ну, как бы алкоголь, например, не запрещено обсуждать, а культуры потребления все равно нет. То есть Нету, тут нету, такой да. момент есть просто, ну, коммунисты спаивали, блядь, население где-то 50 лет, так что такая еще печалька. Ну да, про кокаин у Гевина Макинеса много интересных, как бы есть измышлений на эту тему, что типа, да, Нет, и тут можно, знаешь, тут можно про много чего говорить в плане культуры потребления, там про то же МДМА, например.
да, то есть. Либо мы говорим о, блядь, торчках, которые на рейве там по 9 таблеток, блядь, за ночь закидывают, потом, блядь, подыхают от гипотермии, да, там, типа, или, блядь, срут кровью из-за этого, ну, блядь, дебилы, потому что. Либо мы говорим это как о лекарстве от депрессии, о лекарстве от тревожности, да, то, что ты сегодня упоминал как раз-таки. И как раз-таки из этих торчков, хипарей, запретили это и использовать там у психотерапевтов и так далее. То есть, блин, все дико важно, ну, в культуре потребления. У многих чуваков вот с ней большая проблема. Очень большая проблема. То есть, как бы зло, опять же, понятие такое, блядь, относительное, не в самом веществе, а в том, как ты его, блядь, используешь. В этом большая проблема. И про это вообще мало говорят. То есть, говорят либо просто, блядь, это все хуйня, это нельзя, и все, не будем обсуждать. Либо просто говорят, о, это заебись, блядь, все, пошли. Что пошли? Как? Когда? Как это делать? Как выходить? Как входить? Это не обсуждается. В этом большая проблема. Ну, не только в этом, конечно. Ну, некоторые вещества вызывают химическую все-таки зависимость. Тут еще об этом надо помнить. И пробовать их особо нет смысла. То есть, какие? Как метамфетамин. Значит, так. Кстати... Ну, тут тоже, видишь, важна, опять же, возвращаемся к культуре потребления, дозировка и как часто ты будешь его употреблять. Нет, так, тоже очень важно. Нет, так не работает. Это так работает. Подожди, ну а как это работает? Расскажи нам. Ну, понимаешь, в чем дело, огромное количество людей, ну, как люди начинают, блядь, даже обычные сигареты курить? То есть даже отбросим в сторону всякие, блядь, трубки для крека и прочую, кстати, крек, кокаин. Отбросим в сторону, значит, трубки для крека и так далее. Ну, люди начинают курить с того, что, блядь, они считают, что могут бросить в любой момент, что вот они один из тех людей, которые могут курить казуально, короче. То есть вот спорадически. Захотел, покурил. Не захотел, не покурил, бля, мужик нахуй. Но потом оказывается, что типа нет, нихуя. То есть, потом оказывается, что надо по несколько раз в день, потом оказывается по пачке в день. А больше, может быть, просто особо и не выкуришь, хуй знает. Просто часов мне не хватает. Вот. Это не нас... Ну да-да-да. Ну, а потом человек курит 30 лет подряд, значит, и, блядь, у него пальцы синие, изо рта говном воняет постоянно, и он воду без газа пить не может, потому что она по вкусу как говно. Вот, то есть, ну, как бы... Понимаешь, тут большую, как бы, даже важность имеет ритуальность, блядь, процесса. То есть это даже больше психологическая зависимость. Челам часто трудно бросить курить. Знаешь почему? Потому что они пытаются бросить курить вот так. Так, блядь, с завтрашнего дня я не курю. И вот в те моменты, когда он обычно курит, он такой, бля, а мне же нечего делать. Ну, я типа ничего не придумал взамен. Ладно, бля, похуй, можно одну. И он опять продолжает курить. То есть это дико ритуальная херня. И психологическая тоже херня. Не в меньшей мере, как химическая. И из-за того, что он не заменяет свою старую привычку на что-то новое, он все равно... Он может продержаться там месяц, блядь, два месяца, он все равно начнет курить заново, потому что он ничего не, ну, не начал делать нового. Была охрененная, знаешь, тема, вот чтобы, блядь, не ошибиться, по-моему, в Испании это происходило, то есть, ну, правительство поняло, что, типа, ну, нет смысла, короче, наркоманов сажать в тюрьму. Ну, полная хуйня, типа, ничего не дает абсолютно. Типа, как на них повлиять, да, то есть, как их исправить? Они решили субсидировать предпринимателей, некоторых, по такой схеме. Вот тебе бабки, с этих бабок ты берешь себе уже какую-то, ну, просто варку, а с остальных бабок будешь платить зарплату наркоманам, которых ты обязан взять на... Ну, чел такой, ну, ладно, окей, давайте попробуем. И вот там разные сферы были бизнеса, и вот, то есть у тебя и обычные есть работники, и есть вот несколько наркоманов, которых ты все равно не за свои деньги берешь, государство ставит, как бы все оплачивает, такой, ну ладно, давайте. И некоторые из этих наркоманов, ну, многие, типа, они слезали с наркоты, и там именно были героинозависимые. И у них, ну, вот интервью брали, и у них спрашивали, типа, ну, расскажи теперь, вот, почему ты вот, как бы, слез с героина, типа, что за хуйня? И вот он рассказывал про такую фигню, что, типа, чуваки, вот раньше, блядь, вот я просыпаюсь утром, там, на отходосах, на всех хуйне, и такой думаю, бля,
никому нахер не нужен, никаких целей в жизни нет, блядь, мир говно, хочу быстрее от этого уйти, и единственная моя мысль была, это типа, ну, найти новую дозу сегодня. А сейчас я просыпаюсь и думаю, такой, так, блядь, у меня тачка на подъемнике, клиент должен подъехать, там еще шину надо поменять, и, то есть, я чувствую какую-то сопричастность с этим миром, как-никак кому-то я нужен, и у меня нету времени, блядь, и желания думать о героине, как бы, и находить его. Я к чему говорю, что часто проблема именно вот такой вот зависимости, про которую ты говоришь, если мы даже вот пропускаем этот вопрос, что у чуваков, ладно, не было культуры потребления, они, блядь, переборщили с этим дерьмом, потому что у каждой наркоты есть свои дозы и свои промежутки, через которые, если ты будешь употреблять, ну, ничего плохого как бы из этого не будет. Ладно, если, допустим, ты пренебрег всем этим правилам, часто зависимость именно не физическая, а вот психологическая. И это проблема в том, что чуваки просто пытаются бросить, вот просто бросить, но вообще никак это ничем не заменить. Ну, они не пытаются этим чем-то заменить, поэтому часто они срываются, опять начинается еще даже все хуже и так далее, и так далее. Вот именно потому, что они не пытаются вот этот ритуал или вот этот побег от реальности, если мы уже даже не про сиги говорим, а про что-то другое, да, они не пытаются заменить какими-то, ну, другими вещами, которые бы вот эту дыру экзистенциональную, да, там, короче, в них бы как-то замещали. Вот в этом дико большая проблема, очень большая. Не, ну, на деле у метамфетамина, у героина, у там, крека и так далее, у них особо нормальной дозировки нет. То есть... Но с них можно слезть. Нет, слезть... Нет, примеры, да, слезают... Мы все знаем там Басту и остальных чуваков, да, как они, ну, слезали, замечательно. Когда начинали заново. Да, когда, да, да. Когда дохуя денег у человека, можно, блядь, и СПИД вылечить, в принципе. То есть это как бы... Да, да. Это-то да. Понятно. Вот, все наркоманы слезают в какой-то момент. Вот, да, просто некоторые иногда даже получается, что они, в общем-то, при этом остаются живыми. Вот, но, как правило, нет. И при этом надо не забывать, что некоторые наркоманы достаточно успешные чуваки в реальной жизни. Просто вы не знаете, что они наркоманы. Вот и все. Блять, вся политика на кокосе сидит. Все, блядь, звезды шоу-бизнеса на кокосе сидят. Ну, это, блядь, true fact. Они берут с лаборатории чистый, блядь, брик. Ёбаный чистый брик. Поэтому, но если, блядь, у нас... тебя с граммом поймают, 10 лет нахуй. Ну, политику, да, блядь, но... чистый брик с лаборатории. Ну да, ну поэтому у нас такая охуенная политика и такая, блядь, заебенная музыка. Это везде, чувак, да-да-да. Ну, есть такая фигня. Ну, то есть, вот, ну, вот проблема в том, что... всегда дико однобоко рассматривается из-за того, что вообще это табуированная тема и дико политизированная тема. То есть там с наукой вообще ничего, блядь, общего нету. Вот этот запрет наркоты — это чисто политическое дерьмо. Если вот погрузиться в вопрос, да, почитать про него, то, блин, мы все поймем, что это дико политизированная фигня. Наука совсем другое нам говорит, вообще другое. То есть там и степень вредности наркоты, да, потому что наркота считается, ее вредность там 3 или 4 параметра, начиная от того, что вредность для своего организма, вредность для окружающих, да, то есть если ты под действием этого вещества, насколько ты склонен к насилию по отношению к другим людям или там к беспорядкам, и толерантность, да, по-моему, то есть насколько быстро привыкание развивается и так далее. И, по-моему, еще вот какое-то четвертое есть, ну, блядь, не помню, или их только 3 было. Ну, мы, вот. Да, понятно, да. Поэтому, а все у нас так, типа, наркотики, все плохо, просто не обсуждаем. И что? Ну, к чему привел запрет наркотиков? Чуваки также сидят на наркоте, также дохнут от передозов, ну, то есть... Не так же, они бы дохли больше. Война с наркотиками проебана давно. Поэтому, блин, нужны другие какие-то. Не, ну, так же, как и что. Ничего, ну, ничего чувакам не мешает дальше как бы наркотики употреблять. Нет, им мешает то, что их нельзя в открытом доступе взять, спокойно купить. То есть это надо... Серьезно? Ну, это, ты, ну, веришь, да? Конечно. Я понял тебя. Я понял. Конечно. Не, ну, если мы говорим про Россию, блядь, там, типа, я не знаю, блядь, Украину еще можно, там, Сомали какой-нибудь вспомнить, там, блядь, я не знаю, там, Зимбабве, то, наверное, как бы там можно достать наркотики.
Вот, в Америке очень нельзя, просто. Да? Ну, в Америке, смотря какие, некоторые легальные. В Америке, во-первых, сейчас опиоидная проблема с легальными наркотиками. Потому что люди сидят на легальных опиоидах. Вот весь центр Соединенных Штатов, вот этот вот хребет, да, он прочно сидит на легальных опиоидах. Почему? Потому что их-то как раз очень просто достать. Бабка их получает по рецепту врача за $5, как бы вот огромную, блядь, огромную бадью этой хуйни. Ей самой насрать, там, я не знаю, у нее нога болит, и там, и, как бы ей полтаблетки хватает. Вот. Mm-hmm. Остальное она продает, блядь, каким-нибудь школьникам. Школьники уже... Ну, у нас в Риге также чуваки на димедроле сидят. Mm-hmm. Бабки продают. То есть, как бы, эти наркотики, они формально легальные. Это prescription drugs, это как бы наркотики, которые по рецепту покупаются в обычной аптеке. Ну, типа, что, охуенно стало от того, что они легальные? Да нет. Не, я считаю, что... Не-не-не, подожди, Марго. Так, это же тоже вот как с нашим первым вопросом, с которого мы стрим начали. Это не однофакторная хуйня. Ну, типа, да, это многогранный вопрос. Да, любой вопрос просто, многогранный. Да, мы не можем, знаешь, просто вот разрешим наркотики. Это хуйня полная. Но мы не можем просто их запретить. Это тоже ничего не дает. То есть мы должны понять, ага, почему люди как бы уходят в эту тему. И вот там нам откроются другие, знаешь, типа, ответы на вопросы. Проблемы, блядь, в семье, проблемы, блядь, на работе. Сам человек не понимает, зачем он в этом мире. Вот, вот это важная херня. То есть просто запретить, это, ну, это вот максимально, блядь, страус закопал свою голову в песок. И чё, блядь, все равно чуваки употребляют. Значит, надо понять, почему они употребляют. А очень большой фактор в том, что многие из этих чуваков, они чувствуют, ну, как бы свою, блядь, ненужность в этой жизни. У них какие-то проблемы, блядь, на личном фронте. На работе, или еще что-то, или социальное какое-то дерьмо. Ну, проблемы... это сложно разруливать. Да, понятно. Со стороны государства. Это сложно, это какие-то, блядь, исследования надо делать, какие-то инвестиции, да, понятно. Проще запретить. Неэффективно. Да, понятно. Проблемы на личном фронте, они у всех бывают в тот или иной момент. А вот наркотики доступны, они, ну, совершенно не для всех. Поэтому лучше пока не решаться социальные проблемы, пока не настал, коммунизм и всеобщее благорастворение, блядь, да, там второе пришествие Иисуса, пока все не стали счастливы, значит, лучше прекратить доступ к, значит, веществам, которые помогают людям себя убивать. Эффективно. Я за принудительное... Вообще, почему ты только увидел в этом только вот помогает себя убивать? Не согласен вообще. Почему ты видишь только вот это? Одну, да, ну, я согласен, что это имеет место быть. Ну, блядь, это вот, знаешь, типа, еще 20 опций. Они не только помогают себя убивать, они помогают преодолеть какие-то вопросы в своей жизни, преодолеть какой-то период в своей жизни. Они помогают, некоторые из них, ответить на какие-то вопросы в своей жизни. Почему только убивают? Ну, тоже опять такое, знаешь, демонизация. Только одну негативную сторону выделил, а позитивные стороны не выделил. Ну, просто, на мой взгляд, они, эти ответы на вопросы, они не имеют никакой ценности на фоне того, что эти наркотики сокращают продолжительность жизни человека. Портит ему мозг безвозвратно. Посмотри на Ларина, блядь. Как бы, то есть это... типичнейшая ситуация. То есть, нет, как мне кажется, ну, легализовать можно всякие грибы, вот, и то там надо исследования проводить, пиздец какие, на тему перманентного влияния на мозг. И то это в основном нужно, почему? Потому что, по крайней мере, в США у нас, ну, повторюсь, индейцам легально продают мескалин, потому что это часть их религиозного обряда, это нельзя запретить в рамках свободы совести. То есть там конфликт просто конституционный, очень жесткий. Как бы, просто запретить индейцам употреблять пейот, это антиконституционно, потому что это противоречит, как бы, первой поправке. Но это сложный достаточно момент. И, на мой взгляд, как бы, да, действительно, эти кактусы там, и всякие там псилоцибины на законодательном уровне, на мой взгляд, должны быть легальны для всех. Но я все равно против их употребления, так или иначе. Не, это уже другое, да. Употреблять, не употреблять, это другое. Но вот легально, нелегально,
Потому что тут дело в том, что употребление всяких галлюциногенов, типа вот именно вот этих грибочков, оно не имеет эпидемиологического потенциала, какой имеет там героин, вообще любые опиаты, по сути дела, тяжелые, метамфетамин, там, крэк какой-нибудь и так далее. Потому что это зависимость... МДМА надо разрешить. МДМА надо разрешить. ЛСД тоже. Ну, было разрешено. ЛСД может быть, да. Хотя ЛСД, блядь, по голове хуярит не слабо так, если послушать отчеты. Опять же, культура потребления. Окей. Слушай, смотри, вот про ЛСД, МДМА тоже. Это политическое дерьмо. Потому что ЛСД, МДМА использовали... психотерапевты, психиатры, как один из методов лечения депрессии, лечения тревожности. Но также на этом дерьме, злоупотребительно именно, да, опять же, вот культура потребления, сидели хиппи. И вот они любили бастовать против войны во Вьетнаме, против всей этой херни. И правительство, вот когда вот узнал, блядь, что это за хиппи, что это за активные граждане, которые так, блядь, бастуют против войны во Вьетнаме, что за херня? Что они там употребляют? ЛСД, МДМА? Запретить нахуй. Психиатры такие: эй, чуваки, это нормальное лекарство, оно вам помогает. Извините, но вот нам хиппи мешают, поэтому вам тоже запретить. И вот, ну, это типа дико политизированная фигня. Ничего общего как бы с наукой это не имеет. Вот эти запреты, они не имеют ничего общего с наукой. То есть я еще раз говорю, что в идеале, ты должен, блядь, кайфовать от своей жизни. Да, то есть твоя жизнь должна быть такой, чтобы у тебя вырабатывался дофамин, серотонин и остальные там гормоны счастья. Но вот этот запрет психоактивных веществ, он именно политизированный очень сильно, прям, ну, мега сильно. Даже было, блядь, как же этого чувака звали, я думаю, в чате кто-то напомнит. Тоже вот эти времена хиппи, хиппарей, да, американское правительство создало комиссию ученых при себе, да, то есть при правительстве, и поручила им: так, чуваки, разберитесь в наркоте. Вообще, вот реально, по науке, что там хорошо, что плохо, как что. И вот этот, блядь, чувак, как же его звали, который еще сделал такое сравнение. Количество смертей от употребления экстази 1 на 10 тысяч. Количество смертей на употребление эквази типа 1 на 350 случаев. И экстази — это оказался конный спорт. И типа, какого хуя тогда конный спорт легален, а экстази нелегально? Вот как этого чувака звали? Вот. И этот чувак вот занимался исследованием при правительстве. Опять же, оно его наняло. И вот когда он сказал, что мы должны МДМА, да, на сленге, вот экстази, вся вот эта хуйня, понизить в рамке, ну, типа, силы, да, сильного наркотика. Ну, дико понизить надо. Он не такой сильный, блядь. Типа, ну, типа, сейф херня. То, что вот использовали психиатры и психотерапевты. Бля, чуваки ему сказали, ну, которые у власти были: слушай, да, мы верим в науку, как бы мы верим твоим выводам, но мы не готовы сказать молодежи, что вы теперь можете экстази воспринимать не так серьезно, как, типа, это было. И он такой: чё, бля, серьезно? Он уволился, некоторые ученые, которые тоже были там, уволились вместе с ним, они потом создали свое вот это... какое-то, блядь, не знаю, общество, не общество, исследование наркоты с блэкджеками и шлюхами. Вот, блядь, как его зовут? Я думаю, в чате уже там должны тебе были напомнить. Чуваки должны знать. То есть, блин, вообще вот это War on Drugs, вся фигня, это дико политизированная фигня. Ну, прям мега. Очень сильно. Да, понятно. Сильно. Ну, это в основном проблема-то с преследованием людей из-за марихуаны преимущественно. Это основная проблема, потому что... Ну, бля, марихуана, она реально почти нихуя не делает, особенно рядом, если сравнить с алкоголем, блядь, с легальными опиоидами и так далее. Да. Тут хуйня, которая по голове дает значительно сильнее, чем любая марихуана. И я все равно против употребления марихуаны, тем не менее. Вот. Да-да, продолжай. То есть, на мой взгляд, это путь, такой верный путь к тому, чтобы быть по жизни ебаным лузером, потому что, ну, когда человек при помощи химических препаратов делает себе заебись, ну, как бы он не делает что-то другого, чтобы сделать себе заебись. То есть, согласен. Ну, тут все достаточно просто. Когда у тебя растут доходы,
тебе пиздец от этого весело, например. Ну, человек может сделать себе пиздецки весело при помощи бухла, но при этом у него не растут доходы, а он просто за бухло платит, блядь. Согласен. Нет, то, что ты говоришь, это уже второй вопрос, который мы можем обсуждать. Согласен с тобой. Это уже второй вопрос, который... Но я говорю больше вот про первый вопрос. Типа, ну какого хера типа нам говорят, вот эти наркотой мы вам разрешаем убиваться. Ну типа алкоголем, например, или табаком. Но вот этой наркотой, которая, блядь, по ебаной науке, ну намного слабее, ну та же марихуана или МДМА, или ЛСД, или там галлюциногенные грибы, вот этим мы не разрешаем вам убиваться. Ну вот какого хрена? Давайте подойти. Я вот про это говорю. Ну, я понимаю, но к этому вопросу можно подойти с прикладной точки зрения. То есть вот что сделать с этой ситуацией? То есть тут, понятно, диссонанс, да, некое несоответствие. Почему можно алкоголь, но нельзя марихуану? Почему можно алкоголь, но нельзя кокаин? Не соответствует действительно. Но а что делать-то? Алкоголь запретить так же, как, блядь, марихуану? Нельзя. Не работает. Два раза делали. Уже запрещали, проходили, да. В Америке делали, в Советском Союзе делали. Оба так раза. Мафия и появилась. Каждый последующий раз хуёвее предыдущего, блядь. В США, напоминаю, сухой закон был введен в качестве поправки в биль о правах. То есть, чтобы вы знали, это не какая-то хуйня, которую там просто вот, блядь, закон, то есть, закон прошел через Конгресс. Нет. Она была введена в виде поправки. Знаете, есть первая поправка о свободе слова, вторая поправка, блядь, там, это... Оружие. Да-да-да-да-да, об огнестрельном оружии. Вот, и так далее. Ну, так вот, там вот поправка, блядь, одна из самых последних, не самая, но одна из самых последних была, вот, блядь, сухой закон о том, что нельзя продавать алкоголь. Ну, так ее отменили. А вы знаете, как тяжело, блядь, отменить поправку в Конституции? То есть, это представители всех штатов должны проголосовать за отмену этой поправки. Они проголосовали в итоге. Потому что сухой закон полный пиздец. Хуя не работает сама по себе и в итоге создает теневой рынок, теневой сектор экономики. И экономики, который... Это деньги мимо казны, во-первых. Во-вторых, это организованная преступность. Там, где есть продажа наркотиков, там же, блядь, и продажа оружия, блядь, подпольная начинается сразу. В Америке мафия появилась вот именно благодаря сухому закону. Ну, отчасти, да. Пришлось ФБР создавать из-за этого, да. ФБР сама по себе представляет проблемы сейчас уже. То есть это все, блядь, по кругу, это говно, короче, идет. В общем, сухой отменять, просто запретить алкоголь нельзя. Взять и разрешить запрещенные препараты. Но, опять-таки, люди же не будут слезать с алкоголя для того, чтобы, блядь, воспользоваться другими препаратами. Они будут ебошить все. Как бы добавятся... Открытый вопрос. Добавятся, как бы, просто люди... То есть к алкашам добавятся просто люди, которые, блядь, сидят на легальном теперь кокаине. Но они и так сидят, чувак. Не-н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 е. Будут люди, которые будут сидеть, потому что его проще, попроще будет достать. То есть, не. По крайней мере, на первых порах. То есть, можно, конечно, сразу заявить, что нет, мы рассчитываем, что те, которые сядут на кокаин на первых порах, сдохнут к хуям. И тогда наступит всеобщее благорастворение. Потому что на примере, значит, вот тех наркоманов, которые сдохли, блядь, остальные поймут, что это вредно. Вот когда, короче, куча знакомых, блядь, передохнут в пизду от легальных наркотиков, тогда остальные люди такие: а, блядь, а вот, блядь. Не, ну подожди, смотри. Это план Тесака, кстати. Это у Тесака. Никого не парят, что чуваки как бы дохнут от алкоголя. Ну, всем похуй. Ну, дохнут и дохнут. Как нет, просто человек парит свою жизнь. Не, дохнет. парят на самом деле. Не знаю. Но есть же эти общества анонимных алкоголиков и так далее. Причем это сильная очень организация, по крайней мере, здесь, на Западе. И точно так же сейчас есть общество там, блядь, анонимных героинозависимых. При этом героин запрещен. Ну, да. Значит, не работает это так, как нужно. Нет, это не работает, потому что, ну, конечно, они есть. Но анонимные алкоголики, то у них настолько крупное общество, что у них как бы собственная аббревиатура, когда говорят AA,
Это именно имеется в виду как бы Alcoholics Anonymous. Не, понятно, как... что у анонимных алкоголиков будет больше последователей, потому что, ну, типа, бля, легально. У меня нет, ну, нету альтернатив. Типа, легально. Я могу убиться только алкоголем, да. Ну, да, конечно. Ну да, но больше. Вот именно алкоголиков больше, потому что алкоголь легален, да. Просто если, допустим, какие-то челы с алкоголя переключатся там на МДМА или на... В конечном итоге это лучше. В конечном итоге это лучше. Потому что алкоголь, он занимает первое, вот первое, второе место, они постоянно с героином делят, по вот этим трем параметрам. То есть вред себе, толерантность и вред окружающим, что самое главное. Да? То есть когда ты ну, под да. этим, под этим эффектом, не на отходниках, нигде, а именно под этим эффектом, то под алкоголем больше случаев драк, поножовщина, изнасилования, вот вся вот эта хуйня. Когда чел под МДМА, он, блядь, он любит весь мир. Когда чел под травой, он хочет жрать. Единственное, что у нас будет больше потребления жратвы, да? Но тут у нас придут чуваки с кукурузными плантациями, которые будут бесплатно ее давать. Вот с этого мы все и начали, я подвел к этому. Да, то есть вот. Кукурузные фермеры, они будут выращивать траву и кукурузу, блядь, и они, короче... Видишь, как все гладко в моем обществе, все гладко. Да пиздец, просто обосраться. Так и мат, блядь. Да, ну я хочу сказать для модераторов Твича, блять, мы нахуй против наркотиков, да, особенно я, вот, и как бы, блять, нахуй, редакция канала, она может не разделять мнение кого угодно, блять, вот, то есть... Это незаконно. Да, мы против незаконных вещей, в принципе. Вот. Но мы не против свободы слова для обсуждения, вот, обсуждаем просто. А, да, 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 да. Обязательно. Кстати, вот мы тоже, знаешь, там с одним моим знакомым недавно говорили, что вот дико галимо, что в нашем обществе по некоторым темам нужно вот делать такие вот поправки, вот как только что ты сделал, да? Ну, типа, блин, некоторые темы как будто бы даже запрещено, блядь, обсуждать, запрещено сомневаться в них. Типа, ты что, охренел? Так будто бы я уже законодатель, и как будто у меня есть какая-то власть вот сейчас что-то поменять. Блин, давайте, ну, просто пообсуждаем. Вот мне дико это вымораживает, что там некоторые передачи, что на Ютубе, что по телеку, что вот ты сейчас на Твиче, да, если вот эта тема, про которую мы сейчас говорили, как-то затрагивается, сразу дисклеймер, блядь, мы против, это плохо, и что, ну, как бы вы спасли да. максимум только свою жопу, и все. Добро пожаловать в клуб, Ликей, понимаешь? Да. То есть... Ну, это пиздец, ну, типа, вы спасаете только свою жопу, но это ни на кого не влияет, типа, чел не... Блять, я прочитал дисклеймер, это меня заставило задуматься, все, я не буду употреблять, пиздец, вы спасли меня, ну, камон. Ну, понимаешь... Мы это понимаем, но да. Некоторые темы действительно тяжело обсуждать, блять. Тесак сел на 20 лет, нахуй, как бы, в итоге. О чем вообще речь, блять? Так, а что у нас дальше? Так, неофит-популист, 100 рублей. Здравствуйте. В курении дело в том, что это очень важный социальный ритуал. Люди могут на работу ходить только, чтобы в курилке попиздеть, например. Марго, вопрос. Спросил у Ликлея. Достаточно ли русского языка для Латвии? Меня не отпиздят нацики? И как сам вообще в Латвии с фашизмом... Наверное, там имеется в виду. И как там вообще в Латвии с фашизмом? Правда ли, что у вас чтят гитлеровцев? На прошлом стриме, Марго, я про это уже рассказывал. Приезжая в Латвию, ничего с тобой не будет. Я сам говорю по-русски. Ну, и по-латышски я тоже говорю. Все окей. У нас есть 16 марта, день памяти легионерам, которые вот служили в СС. То есть люди идут, кладут венки к памятнику свободы. Везде полиция, она их как бы отделяет забором. Другие чуваки за забором орут, там фашисты. Ну, вот они идут и кладут венки. Ну да, это есть. Это 16 марта происходит, можешь приехать посмотреть. С тобой ничего не будет, кстати.